эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 21 июля 2016 года, четверг. По одному из старинных, 20-й день получения, месяца получения даров природы, 7524 лета, четверик. Мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме «Пути к возрождению ведического мира». Главный соведущий Гарри Гельмутович Цигенгагель. Здравия тебе, Гарри! Добрый вечер и здравия всем! Сразу скажем, что ты живешь в Германии, это отметим. Вот, но при этом хорошо говоришь по-русски. И, наверное, давай, наверное, с предыстории. Почему так хорошо говоришь по-русски и почему тебя так сильно волнуют пути к возрождению ведического мира? Да, понятно. Главный вопрос, почему и как? Да, а как же ты хотел? По-другому не получится. Да, выражаясь словами известной песни, был рожден я в Советском Союзе, да, как-то так. В 69-м году на территории Узбекистана теперешнего, ну тогда это тоже уже был Узбекистан, но был, в общем-то, Советский Союз в русскоязычной среде, в небольшом таком населенном пункте, где были собраны люди со всего Советского Союза, строившие там очередную комсомольскую, проводившие очередную комсомольскую стройку. В общем, до 22 лет там я пробыл, успел отслужить в Советской армии еще под Москвой, выехал на историческую родину, будучи этническим немцем. В 91-м году, сразу после путча, после небольшого шока, испуга, который тогда всех, наверное, коснулся, в общем, с 91-го года, 25 лет вот уже живу на юге Германии. Первое десятилетие, когда еще технологии не позволяли этой тесной связи с бывшей родиной, да, или как это можно сказать. Ты знаешь, родины бывшей не бывает, где родился, там и родина, с бывшими с друзьями может быть. Я и запнулся. Ну, нельзя так сказать, можно прям тут дискутировать, да, Узбекистан не могу своей назвать родиной, да. Ну, родился, ну что ж поделать, ну, кабачок бывает, родился, например, здесь, ну, это родина, да, кто-то родился, другой. Мы говорим, что есть родина та, которая историческая, где корни, да, вот ты правильно отметил, историческая родина, есть родина, где родился, а есть родина в понятии, вот, где ты служил, где у тебя друзья были, где ты рос, чей пропитывался ты духовно, и так далее. Вот родина, она может быть малая, большая и так далее, историческая. Например же, в те же времена очень много евреев уехало из России на свою историческую родину, да? Но сейчас многие слезами сидят и ностальгируют о том, как здесь было им в Советском Союзе хорошо. Вот. Ну, многие разъехались вообще по разным странам из Советского Союза, но все говорят, что наша родина – Советский Союз, наша родина – Россия. Несмотря на то, что национальности разные и подчас очень далекие от братских наших национальности, так мягко скажем. Хорошо. Никогда глубоко на эту тему не задумываясь, вот сейчас ты меня натолкнул на мысль прям сформулировать определение, что родина – это там, где твой род, да, а не та территория, где ты родился, а там, где род, где ты чувствуешь среди своих. Наверное, все-таки вот как-то так, близко к этому, наверное. Ну, это одно из понятий, да, которое вот я употреблял, поэтому вполне я его принимаю, да. Да, поэтому я сам запнулся на выражении «бывшая родина» и не хотел переходить на какое-то такое корявое выражение «бывшая территория, на которой я родился». В общем, я уже чуть ли не нить потерял, где мы были в тот последний момент, когда я про бывшую родину упомянул. Что, начну сначала, что вот прожив уже... про связь с родиной, да, что 10 лет... Не было никакой связи, а потом появился интернет, спутниковое телевидение, и постепенно опять начал втягиваться в актуальную жизнь бывших соотечественников своих, смотреть
как оно все развивается. Ну и признаться, здесь кое-чего, ну, на Западе, я буду таким могульным словом выражаться, на Западе не хватает определенной душевности, не побоюсь этого слова, да, не хватает каких-то вот этих более теплых отношений между друг другом, которые, которым успел привыкнуть за прошедшие два десятилетия, которые провел. Среди... Как говорится, хорошему быстро привыкаешь, да? Да, всего лишь 20 лет, раз и привык уже, да, потом чуть-чуть не хватает. Ну и, конечно же, важный момент, что в русском интернете, в русскоязычном интернете намного проще было находить информацию. Люди более щедро делятся друг с другом как программами, так и информацией. Так что чуть что необходимо, сначала лезешь в русском интернете, смотришь. Так восстановилась связь. Какая еще особенность, да, что не пришлось углублять свою русско-культурную, или, да, русско-культурную ипостась, а одновременно пришлось теперь уже и немецкую культуру познавать, и поэтому немножко это выражается, может быть, в том, что недостаточно глубокие знания как там и там, но зато широкие, хотя бы этим можно гордиться. Хорошо. Да. К ведическому, вот второй вопрос, к ведическому как ты подошел направлению, почему сейчас эта тема тебя волнует? Да, значит, когда-то в начале 2000-х годов на Западе тоже люди интересуются этими вопросами. И в силу обстоятельств некоторых счастливых или еще иных обстоятельств и литературы был потрясен и выброшен, так сказать, из матрицы. Всем уже это, наверное, понятие не нужно объяснять. И да, возник вакуум информации, возникла потребность объяснения того, что происходит. Ну и постепенно, как из немецких средств массовой информации, я теперь имею в виду новые технологии, интернет, так все больше из русских или из российских пошли такие имена, как Трехлебов, Киневич, Левашов. Это все я имел возможность в свое время, работая адвокатом, все-таки я мог себе сам выделять время, которое... было необходимо, чтобы знакомиться со всем этим в виде видео, в виде звуковых каких-то дорожек, в виде текстов. Вот так меня затянуло в эту тему. И думаю, я потом появились такие радиопередачи, как ваша, как пара других ресурсов из русского интернета. И поэтому... могу утверждать, что сейчас, в принципе, на том же уровне понимания ведических процессов или возрождения этих процессов в России, но еще и с некоторой окраской, как житель Запада или присутствующий и видящий, что происходит здесь, могу судить вот еще и влияние того, что происходит в России здесь, на здешнюю ситуацию. Ну и вот эта синергия, я уж не знаю, теперь это слово в русском используется, слово или нет, синергия происходящая, взаимодействие происходящее между западной эзотерической школой, или не школой, как это, течениями и то, что происходит в русскоязычной среде. Я пока закончу, пока совсем не запутался, ты мне уж... Пока сам себе не запутал, да? Хорошо. Мы когда придумывали, как же все-таки назвать, у нас было много вариантов названия передачи и терминов, и мы все никак не могли определиться, все-таки что нам, о чем говорить? О ведическом мире, о славянском мире, о арийском мире, славяно-арийском мире, русском мире, русско-арийском и так далее. И вот мы с тобой пришли, что более нейтральное понимание такое ведическое, ведический мир. Потому что одному говоришь славяне, говорит, о, славяне, это там от слова склавяне, это рабы, типа того, да. Хотя, в общем-то, не имеют представления о том, что изначально, когда мы себя как-то называли, кто
кто-то не мог какие-то буквы, может быть, выговаривать, и так называли тех, кого брали в плен, а поскольку русские люди, ну, вообще, те, кто относится к нашей расе, да, вполне выносливые были, то, ну, как их называть, называли скаловены, ну, как скаловены и подошло. Такая версия известна, да. Кто-то говорит, ой, нет, арийцы нельзя себя называть, потому что вот и Гитлер себя там арийцем называл, и многие люди, которые с виду были белые, на самом деле там у них совсем другая кровь, они тоже себя чистокровными арийцами называли, а теперь себя арийцы вообще там индусы, и кто там угодно себя не называет, посмотреть на этих арийцев, ну и так далее, да. Тоже так, вариант такой спорный. Русские, ну кто такие русские тогда, стоит вопрос, это те, которые в России живут, или это потомки русов, да, а украинцы, белорусы, так кто. И вот мы так долго-долго мучились, в конечном итоге вот нашли такую формулировку пути возрождения ведического мира. В общем-то, о чем сейчас и будем с тобой беседовать. Ну вот, если ты хочешь, то, в принципе, тоже можешь пару слов добавить об этом. Если нет, то уже можем переходить к разбору темы, которая заявлена. Ну, ты хорошо описал эту ситуацию с самоназванием. Самоназвание, я считаю, это всегда важно. Ну, и не я только считаю, оно так и есть. Всегда важно определиться в понятиях, что же мы хотим сказать, какие вибрации возникают, произнося определенные выражения, слова, понятия. И на уровне ощущений, если просто прокомментировать коротко слово или понятие «славяне», на уровне ощущений у меня оно связано с чем-то действительно каким-то размытым, неопределенным. А вот слово «рус», слово «ведический», они вызывают другие вибрации, другие ощущения. Но это дело вкуса, наверное. Кто-то вполне хорошо чувствует себя и с понятием славяне. Вот когда мы с тобой... Ну, в принципе, да, это не обидное слово, я его вполне принимаю, как и арийские, и славянские. Я лично воспринимаю нормально. Мне русич больше нравится. Так вот, если ко мне кто-то обращается, русич, но когда мне говорят славянин, русич, славянин, я нисколько не обижаюсь, мне тоже как-то так радует, потому что у меня свое представление о славянин. Я, поскольку славлю, да, как бы наших богов, поэтому вот оно мне тоже созвучно. И ничего из такого уничижительного я не вижу. Лично я, это моя точка зрения. Вот, если кто-то говорит, что, например, ариец, ну, вроде тоже неплохо, как бы я принимаю все эти... Слово замаранное, нужно признаться, да? Ну, замаранное, но для меня оно тоже неплохо, потому что одни пытались замарать славянство, другие вообще пытались замарать русичи, и третьи вообще замарать все, что связано с древностью нашей, да? Ну что, на каждую чих и на каждый пук нам как-то реагировать и в слезы, что ли, ударяться, и разбегаться об угол, убиваться? Ну, не получится такое, не надо. Мы все-таки самостоятельные люди, которые должны, мне кажется, понимать, что есть у нас недруги, у которых задача выводить нас из равновесия, постоянно нам подкидывать какие-то идеи, что мы какие-то подлые, низкие, непонятные существа, а кто-то есть круче, круче тучи, и вот что нам дозволено жить на этой земле, пока у нас до конца ее не забрали. Ну, есть такие течения, ничего об этом говорить, пальцем не будем на кого показывать, но когда мы с тобой говорили, опять же, до эфира, вот если возвращаться к слову «ведическое», то в Германии тоже просыпается к этому интересно, сколько так я понял из нашего короткого разговора. И даже слова, где слово «веда» присутствует, тоже есть. Вот давай как-то коснемся тоже этого. Да, я сам столкнулся и с людьми, и с какими-то страничками в интернете, в Ютубе все больше появляется фильмов, переводов. Трехлевого переводят, Патердия переводят. Славяно-арийские веды. В Фейсбуке натыкаешься на немцев, у которых прямой перевод видно, что, ну, и обложки книг встречаются, да, вот славяно-арийские веды, допустим. Трехлебов в таких субкультурных течениях уже понятие. Анастасиевцы тоже тут достаточно распространены. Первый, с кем я столкнулся, с такими альтернативными здесь товарищами, они все Анастасия. Ну, я сам немножко отношусь с осторожностью именно к анастасийскому движению, поэтому я пытался им тоже немножко как разбудить внимание, что не все так может быть гладко, но это уже частности. К тому, что в Германии тоже ощущается потребность вот найти свои корни, найти какую-то опору, да, фундамент, на который можно опереться и избавиться от той вечной вины, которую пытаются насаждать с самого раннего детства. Немцев это особенно касается. Да? Как я понял, кстати, из интернета, последних
десятилетии, что в России тоже пытаются насадить русским какое-то ощущение вины, да, что они захватчики, что они притесняют всех этих своих соседей, должны быть толерантными и извиняться на каждом шагу. Я не ошибаюсь в этом плане? Ну, может быть. Ты же сейчас свою точку зрения говоришь. Я пока слушаю. Не, у меня такое восприятие, что, вернее, я натыкался на такие реакции, на такую информацию из русского интернета, что это тоже уже тема для русских, как и здесь для немцев. Просто для немцев это очевидно, откуда оно идет, и оно настолько интенсивно происходило и происходит, что теперь подсознательная потребность как-то отмыться, как-то найти более глубокие корни, чем вот с 33-го там, по 45-й. Угу. Здесь вся история в основном вся на этом концентрируется, потому что историю пишут, как известно, победители. И вот приближаясь, в принципе, к теме, к заявленной теме, как раз можно сказать, что вот эта произошедшая манипуляция, она как раз часть или основной момент тактики наших недругов. Опять же, используя слово «недруг» или затрагивая эту тему, нужно всегда быть осторожным. Я так для себя считаю, думаю, у тебя или у вас такие же взгляды на эту тему, на этот вопрос, что тема щекотливая, надо выбирать выражения, интонации, и поэтому оно, может быть, будет выглядеть немножко обтекаемо, повествование, да, не совсем точно выраженное, но уж прошу понимания в данном вопросе. Ну да, тема очень щекотливая, нам бы только не обсмеяться. Я думаю, что да, мы найдем способы обхода острых углов, но не будем их сглаживать, а просто-напросто будем оставлять на разумение наших слушателей. Потому что, как говорится, дурак не поймет, а умному и так все будет понятно. Mm-hmm. Ну хорошо, вот когда мы говорили про слово «арийский», то ты так сказал, что вот замарано. Ну да, Германия после 45-го года, наверное, и символика многое, и слово «ариец» – это, наверное, была какая-то красная тряпка. Кстати, и в Советском Союзе в конце это уже тоже очень четко проявлялось, а сейчас так вообще тут такая чехарда творится. Например, там останавливают автомобиль, на котором изображены 8-лучевой крест с загнутыми концами, и требуют объяснения, почему у вас нацистская символика изображена на автомобиле. И человек пишет на полном серьезе, пишет, что это не нацистская символика, это наш древний символ. Нацистская символика, она подразумевает вот это, то есть четкое определение, что это черный крест с концами загнутыми там, влево, под наклоном таким-то, на белом фоне, вокруг красное знамя, ну, красный цвет и так далее. И вот это, говорит, это нацистское, а все остальное не нацистское. Вот, и приходится людям очень долго разбираться, то есть останавливают не то, чтобы там сотрите, не то, чтобы там посадим вас, а просто останавливают для того, чтобы нервы помотать. Вот такие случаи бывают. А уж в Германии, мне кажется, послевоенное время там доходило до того, что вообще об этом даже боялись не то, чтобы говорить, даже, наверное, мыслить. И сейчас такая тенденция, наверное, еще до сих пор сохранилась. И вот это как раз у нас входит первый пункт о том, как же, какую технику используют наши недруги для того, чтобы достигать успеха. Мы сейчас пальцем не будем показывать, кого мы имеем в виду недругами. Я думаю, что имеющий мозги и разум да разумит. Но, во всяком случае, разбирать будем. А там вдруг кто и додумается до чего. Да. Значит, можно остановиться или определиться таким образом, что абстрактный, если взять абстрактно, может быть, какое-то общество, сильное моралью, сильное духом, сильное своей этнической составляющей, расовой составляющей, просто абстрактно представить себе, и абстрактно, опять же, представить, что существует параллельно и другие общества, которые не обладают подобными качествами, но которым хотелось бы достичь того же, а в силу каких-то комплексов, возможно, еще и
подмять под себя тех, которым так, так завидно, да, и разрабатывается этим слабым, более слабым каким-то звеном или этой группкой какие-то в темных чуланчиках планы на будущее, как же можно победить этих больших и сильных. Ну, так мы как раз и подошли таким образом к пункту 1, к первому пункту подразделу. Главный способ начать вообще борьбу и какой-то вид на успех получить, это начать разделять сообщество, которое всегда сильно единением. Это всегда понятно, если абстрактно глянуть, но почему-то всегда людям тяжело следовать этому познанию, что в единении сила. Вот. И с чего начинается, как в каждом обществе по-своему, если мы глянем на существующую историю, нам как бы доступные из учебников истории, что мы знаем о прошлых временах, это разделение общества на рабов и свободных. Если этого недостаточно, и вернее даже не то, что если этого недостаточно, а просто параллельно всегда. Чем больше разделения, тем лучше. Параллельно происходит разделение и на религиозные подгруппы или группировки, течения. Со временем, когда человечество созрело, да, ну мы просто можем наблюдать, как оно происходило из известной нам истории, когда уже религия не имела такого влияния на умы элиты интеллектуальной, начинаются сочиняться всевозможные политические идеологии, которые опять способны разделить общество на течения, на группы. В современном мире или в наше время наблюдается, как разделяется или продолжается разделение общества на все более мелкие сегменты, как то мужчины и женщины, интеллектуалы, не интеллектуалы, а люди с высшим образованием, работники, или как это называлось, ИТ-работники, сейчас я... Ну, в общем, да, придумать различных терминов можно много, лишь бы главное разделять и властвовать. Да. Главное разделять. И это так хорошо наблюдается, что даже доходит уже, ну, последнее достижение, это, по-моему, разделить вот родителей и детей, когда уже даже внутри семьи отсутствует единение, когда детям внушают в школу, что у вас есть права на претензии против своих родителей. И если что не так, приходите, жалуйтесь на своих родителей. Разрушают последнее, что еще держалось в этом современном обществе, семья. Ну, пытаются ее разрушить. И наблюдаю я здесь, это особенно хорошо видно на Западе, не знаю, как в России, может быть, еще не так далеко продвинулось. На Западе хорошо прослеживается, что настолько атомизировано уже общество, что даже в теории тяжело себе представить, Как же объединить-то народ, чтобы он очухался, свои интересы осознал? Всегда есть возможность разбить любую группу на политические, на половые разницу, ну и так далее. Понятно. Ну, понятно. То, что ты про детей говоришь, да, это ювенальная юстиция, насколько я понимаю, ты про это имеешь в виду, да, когда... Не совсем юстиция, нет, в школе или в обществе просто детям дают понять, ну, да, с младших классов, что у вас есть определенные права, допустим, на те же карманные деньги, и если родители добровольно это не дают, вы можете там чуть ли не через суд это начать требовать. Ну, особенно с подросткового возраста. Ювенальная юстиция – это уже как апогей
Ну, это да, к этому же все идет. То есть, я имею в виду ювенальную юстицию, когда все равно к этому придет. То есть, если вам мама с папой денег не дали, то вы жалуетесь, и на вашу защиту выступает ювеналка. Если кто-то вас там где-то обидел, или в холодильнике чего-то нет, или запретили что-то посмотреть, тоже можете обращаться, и тоже разберутся с плохими папами и мамами. В конечном итоге вы окажетесь совершенно свободны, вам никто типа там не будет ничего мешать, ну и так далее. Подход такой. И дети же, они не могут понять, что их изолируют от папы с мамой не для того, чтобы они были хорошие такие, а для того, чтобы каким-то образом их же тоже использовать. Вот на этом, на глупости детской играют. А дети в это очень верят. Кстати, в России местами тоже встречается, особенно в тех крупных городах, где в школах вот эти ювенальщики, они каким-то образом продвинулись и какие-то лекции уже прочитали. Бывает такое, что ребенок уходит в школу одним человечком, а возвращается совершенно другим, который уже начинает качать свои права, требовать и угрожать. Вот. Причем, и... Да, извини. Говори, причем? Причем я хотел сказать, что даже не конкретно вот эти ювенальщики, вот прямые лекции такого типа, а подспудное, субтильное вот это манипулирование через мультфильмы, через фильмы, через рекламу, через какие-то книжки, плакаты, где всегда просто подспудно насаждается мысль, что взрослые, у них там какие-то свои интересы, они всегда против нас, детей. Вот так вот через детские произведения детям внушают, что вы должны понимать, что вы – это вы, а взрослые – это сами по себе. В общем, разрушают вот эту связь естественную, присущую. Преемственность поколения, да. Потом кричат, что есть такой кризис поколения, да, когда друг друга не понимают. Между старшими и младшими. Это, кстати, началось-то уже не в этом веке, не в прошлом веке. Первые такие выступления были у либералов еще до революционные, когда вот писалось о кризисе понимания поколений между собой, и там было видно, как молодые не понимали пожилых родителей, и вот там все время это описывалось, и все так за голову хватали, сломали руки, ай-яй-яй, ну как же так, такое же происходит, и многие писатели на эту либеральную чушь клюнули, но это тогда были только зачатки, сейчас уже это развернуто полным ходом. Да, наверное, здесь вот можно коснуться. А в Германии насколько сильно это проявлено, что ты говоришь, что там сильно все атомизировано? Неужели там нет таких настоящих друзей, настоящих каких-то, может быть, связей, которые, ну, не определяются тем, что вместе ходите на работу или там еще чем-то, а так, что просто дружить, как это принято у нас, скажем так? Внешне оно все, естественно, присутствует, и друзья, и компании, насколько они тесны внутри, ну, это я могу судить, предполагать, да, потому что, чтобы уж окончательное мнение, ну, объективное мнение об этом иметь, хотя объективное и мнение уже как бы друг другу противоречат слова, но я хотел просто сказать, чтобы более компетентно об этом говорить, нужно находиться внутри таких отношений, чтобы сказать, нет, это только внешне так выглядит, на самом деле у них никакой внутренней связи нету. Но все-таки впечатление создается, что не настолько тесные, как они мне знакомы из жизни в России. Ну и не зря те же самые иностранцы всегда отмечают вот эту широту пресловутую, да, русской души, вот этой безрассудной, да, не то что не бездумной, а безрассудной преданности друг другу. Такого здесь не ощущается. Если и бывает, то в виде редких-редких исключений. Как правило, люди все-таки действительно живут каждой своей жизнью. Оно в какой-то степени обусловилось, конечно же, в том числе и материальным достатком. Та жизнь Советского Союза. Сначала было крестьянское государство, потом советское государство. И у людей, в принципе-то, и не было никогда возможности обособиться и экономически иметь возможность жить обособленно. Если нужны деньги, иди себе в банк, бери и делай, что тебе нужно, производство налаживай, дом строй и так далее. И люди были друг на друга, как это сказать по-русски, зависели друг от друга таким образом, что государство, оно как бы обособленно всегда стояло и с плеточкой так пощелкивало, а люди друг друга поддерживать вынуждены были. Тут такого не было, такой ситуации. Здесь государство и люди все-таки друг другу так не противостояли никогда. Сейчас, кстати, больше всего это начинает такой
социалистический налет прослеживаться у всех этих государств. И партии, которые, да, сейчас у власти, они все скатываются в лозунги вот это общечеловечности, толерантности и так далее. Да, и это мне начинает сильно напоминать социалистические лозунги, когда на словах все добрые, пушистые и хорошие, а за этим стоит лишь жажда присвоить результаты чужого труда. Да? Вот, вот мы скатываемся, или Запад сейчас скатывается тоже в эту трясину. Добраться до кормушки, да, чтобы поменьше делать, а больше получать. Ну что ж, понятно. Хорошо, первый пункт ясен, что разделение на всех уровнях, и классовое, и свободные рабы, и образование, мужчины, женщины, взрослые, дети и так далее. Давай к второму пункту пойдем. Травматизация психики населения, особенно с детей, посредством ощущения всеобъемлющей опасности для жизни через провоцирование войн, охот на ведьм и так далее и тому подобное. Вот почему этот пункт, ты считаешь, что он тоже относится к искусственному введению для того, чтобы управлять, для того, чтобы разрушать? Да, почему я пришел на этот... Он у меня сам недавно сформировался, только это понимание, и я его тут же в нашей тогдашней беседе с тобой ввел в число этих пунктов, как раз свежее, ну, по свежим воспоминаниям было. В общем, как раз то, что сейчас происходит на Западе, особенно в Германии, вот с этим кризисом, вот так называемым кризисом беженцев, да, очень бросается в глаза, очевидно становится, насколько загажены мозги у местного населения, насколько манипулированы. И возникает вопрос, а как этого добились, откуда это берется? Ну, а психологический механизм, объясняющий такие противоестественные стили поведения людей, заключается именно в травматизации психики. Ну и немножко отмотав назад, чтобы найти исток или причину такого массового психоза немецкого населения, я сделал вывод, что просто это самый свежий пример, это вот после войны то, что происходило здесь в Германии, но каждый может еще продолжить эти примеры, подставляя те знания, которые у него имеются о России или более древних цивилизаций, не то что цивилизация, а странах, то, что происходило там и как оно развивалось. Ну вот на примере Германии просто могу сказать, что во время или после войны, опять же, тут немножко такой нюанс, да, то, что известно российскому обывателю о войне, о том, как немцы к этому относились, во что они были посвящены, это немножко другая информация, благодаря всем российским пропагандистским фильмам и так далее, и вообще всей культуре пропагандизм, и тому, что здесь на месте можно узнать о тех же людей старых, которые здесь еще встречаются, да, с которыми можно как очевидцами поговорить. И здесь фильмы, соответственно, по-другому, книги по-другому сформулированы. Можно и видя тех же немцев, ну, понимаешь, что многое из рассказанного о зверстве всех этих якобы фашистов, оно выдумано пропагандой и притянуто многое, ну, именно для возбуждения ненависти друг к другу, как братских народов, так и просто политических противников. Я к чему это хочу сказать, что люди даже во время войны, они жили многие еще нормальной более-менее жизнью, еще не травмируемые вот этой действительностью. Но вот после войны что произошло? Их искусственно постоянно, вернее массово водили здесь немцев на фильмы, сняли англичане, ну или пропагандистские специалисты оттуда, именно англосаксонские, сняли эти ужастики про зверства немцев, и вот начали им с тех пор внушать и детям в школе, и кругом, какие ужасные немцы, и нередко встречается даже среди продвинутых людей именно такое ощущение, самоощущение, можете себе представить, когда этнос о себе считает, что он недостоин существования, и если его размоют, исчезнет он, то это будет даже позитивное, если исчезнут немцы как
как этнос. Вот такого умудрились добиться англосаксонские специалисты или инженеры душ, десятилетиями манипулируя. Сначала очень сильная травма была, вот после войны. Специально три первых года после войны отняли у крестьян, у местного населения все продукты, заставили голодать именно на уровне выживания животного. Люди находились тут около трех лет. Вывезли все, опять же, орудия производства. И плюс вот эта психологическая обработка постоянная, шокирующие картинки, шокирующее тоже как обхождение с местными людьми, потому что здесь пришли французы с разными негритянскими солдатами, были англичане, американцы, достаточно дикими какими-то, да, солдатами, и им было все дозволено с местным населением обходиться как угодно. В общем, очень сильно были травматизированы здесь люди. И когда происходит этот психологический, или вернее, существует этот психологический механизм, когда люди или себе выдумывают вторую какую-то личность, да, уходят в какие-то комплексы и забираются вот в домик улитки. У меня перемешиваются немножко иногда немецкие понятия, я уже не знаю, как это. Скоро будешь это на суржике немецком говорить, да? Между русским и немецким. Да, я достаточно, кстати, быстро понял, как появился идыш. Это такой немецкий суржик. Да. Угу. Вот так евреям легко немцев понимать, а немцев евреев. Да. Вот. Отдельная интересная тема, как говорится, рождается по ходу до нашей передачи. Интересно, да. Вот это я хотел сказать о травмировании, что травмировав психику, потом она очень подвержена манипуляции, чем, вернее, для этого ее и травмировали, как я понимаю, инженеры человеческих душ, и воспользовались этим в полной мере, и результаты я сейчас могу наблюдать как на старых людях, пенсионерах, когда кажется, вроде бы ты целую жизнь прожил, у тебя должен быть опыт, у тебя должна быть какое-то понятие и гордость за предков своих. Самые активные друзья вот этих всех беженцев, якобы беженцев, это пенсионеры, да, старые люди, их труднее всего даже убедить. Молодые люди даже проще распознают подвох, чем вот эти вот тогда травмированные люди. Вот это я хотел. То есть довели, скажем так, когда-то очень-очень сильную и самостоятельную. Обрыв связи. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народно-славянском радио. Случилась такая непредвиденная музыкальная пауза. Напомню, что у нас сегодня 21 июля 2016 года, четверг, по одному из современных календарей, 20-й день получения даров природы 7524-го лета, месяц такой четверик. И мы продолжаем разбирать тему пути к выходу, к возрождению ведического мира. Главный ведущий Гарри Цигенгагель. Я спросил, уточнил в чате, когда у нас произошел обрыв связи. Ну, как раз говорили что-то там про пенсионеров, про то, что проще молодым. И вот после этого звук ушел. И так ты можешь мысль свою закончить про то, что пожилым людям сложнее что-то объяснить, а вот молодые как-то проще за это хватаются, проще понимают. Да, в общем, что я хотел сказать, как раз на примере этих пожилых людей заметно, что именно они, будучи в их юности травмированы этими дикими переживаниями, как собственного голода, так и психологического шока, когда им рассказали, какие они якобы, являясь представителями немецкого этноса, они уже априори являются людоедами. И вот им всем хотелось в течение жизни как-то отстраниться от этого, да, от своих корней немецких. И поэтому они приветствуют любое
размешение, как культурное, так и этническое, расовое. Вот теряются слова. В общем, понятно, что я хотел сказать. Да, и это видно особенно хорошо на людях пожилых. У молодых, правда, им стараются тоже вложить с детства в школе, но это больше касается ступеней гимназиатского уровня, гимназии. Да? Это более такое высокие, будущие интеллектуалы, будущие академики, вот им стараются через литературу, через все другие предметы насадить ощущение того, что все, что касается немецкого, это нехорошо, а все, что касается других каких-то культур, это всегда лучше, чем немецкое. Это все здорово, да. И вырастают с таким ощущением. Ну и в том числе, конечно же, СМИ, средства массовой. Ну, СМИ, да, можно так сокращать. СМИ, да. Телевидение, реклама и все остальное, оно всегда так же подспудно ту же самую идеологию просаживает, что немецкого нужно желательно стесняться и избавляться, а вот все остальное такое замечательное. Вот ты упомянул англосаксов, а ведь получается очень интересно. Ведь Вторая мировая война, у нас вчера как раз был эфир, и мы касались этого. Вторая мировая война, по сути, это было продолжение Первой мировой войны, доделывание негодяями того, что они в Первой мировой войне не доделали. И, по сути, и Первая, и Вторая мировая война, это была большая гражданская, это в кавычках, гражданская война, когда граждане не с точки зрения гражданства одной страны, да, а гражданства расового мочили друг друга, так сказать. Да? Братоубийственная война. Да, да, и кто стоял в стороне, кто почесывал руки-то и кто чужими руками каштаны из огня доставал. Как раз вот эти товарищи англосаксы, наглосаксы, как некоторые говорят, да, с теми, кто их спонсировал. Ну, а кто спонсировал, понятно, да, в чьих руках деньги находились тогда и находится сейчас, и кто спонсировал и всякие революционные перевороты и так далее. И вот если проанализировать, что произошло в Первой мировой войне, были разрушены все империи, кроме самой крупной англосаксской, да, то есть английская империя осталась. Очень интересно. Кто нажился на Второй мировой войне? Опять же, Англия нажилась на Второй мировой войне, Америка нажилась на Второй мировой войне. Если учитывать, что Америка так или иначе является подчиненным состоянием от Англии, хотя там декларация независимости, все такое, ля-ля-ля, тра-ля-ля, но все равно так или иначе, если кто не знает, то президент Америки заверительной грамотой, ну, сам лично, наверное, не приезжает, но к британской королеве обращаются. Это тоже интересный такой момент. Потом война не коснулась той страны, которая находилась прямо под боком Германии, где, можно сказать, что это был сейф всего мира, где хранилось все золото. Казалось бы, Гитлер что такое, идиот, что ли? Вот рядом находится сейф золотой, целая маленькая страна, забирай ее, Швейцарию, да, и все будет хорошо, замечательно. Нет, он поперся куда-то, то сначала он там в сторону Англии порыпался, подергался, но почему-то не стал ее завоевывать, да. Хотя можно было блокаду там полностью навести и до ума все, ну, довести. Но полез почему-то на Советский Союз, который в разы просто превышал его. И было понятно, что силы немцев просто не были до конца готовы. Да, там тактически, может быть, было что-то отлажено, потому что уже пол Европы присоединили. Но тактика – это еще тактика. А технически многие вопросы еще были не закончены, что, в общем-то, первые месяцы войны и показали. Включая вплоть до бунирования, да, которое было не завезено, не подготовлено, потому что просто никто не ожидал, что Советский Союз так долго продержится. В общем, здесь много вопросов, но все сводится к тому, что Британия и Америка разбогатели, а все остальные страны вдруг уменьшились в количестве населения, потеряли свои позиции, и, в общем-то, белые убивали белых, причем по крови достаточно близкие народы. Вот это вот факт, которым, да, необходимо признать. И вот та атомизация, о которой мы говорили внутри общества, она и в конечном итоге сработала на межобщественных, таких межгосударственных уровнях. И вот запугивание, которое, о котором ты говоришь, оно очень четко, наверное, до сих пор проявляется. Здесь, в России, многие
считают, что немцы это были вообще изверги, что здесь уничтожали многих, сжигали целиком деревни и строили концлагеря. А в Германии то же самое показывает, что это они все делали. Но если внимательно разобраться и посмотреть, а кто все-таки был в карательных вот этих структурах, то у многих как бы вот этот такой несложный поисковый процесс вызовет кучу недоумений. Это как же такое может быть? Если все кричали о том, что, ну, скажем так, евреев депортировали, уничтожали в концлагеря, в гетто посылали, там чуть ли не топили им холодные зимы там, города, да? Угу. То почему-то в СС очень много было тех, кто просто были чистокровные не арийцы, не славяне, не русичи, не немцы, а другие иные народы. Вот, почему-то во времена Гитлера прямо чуть ли не с вооружением отправлялись теплоходы в более теплые страны, в сторону Израиля, для того, чтобы там, ну, тогда еще Израиля не было, для того, чтобы там создавать новое государство. Что, например, если один родственник, у которого, ну, один там дядька пишет, например, книжечку можно поднять, он пишет, один мой дядя воевал на Восточном фронте в СС, а второй мой дядя работал в так называемом концлагере, то есть это, грубо говоря, шарашка сталинского типа, кто не понимает, что это такое. То есть у них был полноценный трудовая неделя, где было несколько выходных, как и положено, были не деревянные бараки, где они мерзли, а были каменные, двух-трехэтажные, ну, их так называл там бараками, но бараками тоже трудно назвать, где были на этаже душ, туалет, комнаты там на 4 человека, вот, где был бассейн, были спортивные площадки. То есть такой своеобразный, в общем-то, получается, концлагерь, да, как нам рисуют и как там все было. И они производили, теперь так это внимательно, как некоторые говорят, внимательно наблюдаем за руками, да, за движением рук. Они производили оружие, вооружение для военной машины Германии. В частности, тот дядя, он делал стволы для пулеметов на станке, нарезал внутреннюю часть, вот как раз резьбу, для того, чтобы точность была. А вы сами понимаете, что это очень операция, требует определенных навыков, и запороть там очень просто все. Если бы эти люди были такие недомогающие ходячие скелеты, как нам это рисуют, много бы они там накрутили этих, скажем так, стволов. У него было там то ли 6, то ли 8 стволов в рабочую смену. В конце приходил мастер, принимал, ставил подпись или там штампик о том, что план выполнен, как бы УТК такой принимал, план выполнен, трудодень отработан. И после этого человек шел в душ, мылся, и у них был вечер свободный. То есть выполнил план и с чистой совестью гуляй. Конечно, там были какие-то наказания в случае из чего-то. Плюс платились еще деньги, на счет передавались семье и так далее. То есть интересный такой концлагерь получается. Один воюет на Восточном фронте, а другой делает для своих родственников оружие. Очень точное и хорошее. Вот поразительные вещи, да, казалось бы. В это же время забрасываются десанты в Палестину для того, чтобы там в дальнейшем строить государство еврейское. Ну, в общем-то, интересно. И сами воспоминания раввинов тех времен говорят, что, в общем-то, гетто – это наша выдумка, мы там жили хорошо, замечательно, у нас там была своя полиция, к нам особо никто не лез, и когда к нам приходили немцы, то они всегда сначала заходили в наш штаб, с нами проводили как бы разговор для того, что вот такая-то акция, или там представьте нам то-то или сё-то. То есть такая страна в стране, город внутри города. Так что вот эти все моменты по поводу зверств, кто служил больше в СС и кто там на территории Советского Союза и других стран творил бесчинство и сжигал все деревни. Кстати, деревни сжигали не только так называемые немцы, да, СС, но и сжигали и братья-славяне. Как раз вот, если мы берем белорусские или польские деревни, то, опять же, чтобы пальцем сейчас не указывать, сжигали их, в общем-то, далеко не германцы, далеко не нацисты с точки зрения германского нацизма. Так что не все так однозначно, как сейчас кто-то кому-то пытается сказать. Но суть не в этом. Суть в том, что благодаря тем, кто эту войну разжег, потом погибло огромное количество братского населения, огромное количество стран оказались в нищете. Дальше эти страны платили дань победителям,
ну, кроме Советского Союза, потому что Советский Союз, там, он как бы, говорят, что он там много чего вывез. Ну, да, вывозились, конечно, там и воровство было, и были определенные даже отряды, которые занимались экспроприацией. Но надо учитывать, что экспроприировали почему? Потому что сначала из Советского Союза перли, да? Надо было что-то возвращать, и да, слишком тоже возвращали. Это было все-таки. Но, казалось бы, на территории Англии войны не было. Там бомбили, да, постреливали. Но почему англичане так активно данью обложили всю Европу? Почему англичане с американцами так активно воздействовали на всех остальных? Почему происходило разделение народов там и так далее? То есть здесь еще больше вопросов возникает. Если с Советским Союзом и Германией, понятно, между собой там подрались. Сначала эти там воровали, да, потом эти воровали. Да, кто-то кого-то там пристрелил, кто-то кого-то сжег, кто-то там кто-то позверствовал. Ладно, разборки сделали, но это между собой разборки, воевали. Что в войне не бывает. А эти-то при чем здесь? Но получается, что разбогатели в конечном итоге как раз эти англосаксы. Вот, а потом всех подсадили на вину, Советский Союз, там, это машина зла, и уже собирались воевать с ним. Кстати, опять же, чьими силами, если брать во внимание распоряжение военных и политиков Англии и Америки, то был приказ всем сдающимся войскам, германским войскам, западным союзникам не расформировать их, а принимать в полной численности, как они есть, с вооружением, со всеми другими делами. Для чего? Потому что, чтобы потом можно было продолжить войну с Советским Союзом. Даже вот такие были моменты. Мало того, что воспоминания и Покрышкина, и Кожедуба, и других указывают на то, что в последние месяцы войны, когда уже война шла в воздухе над Германией, американцы и англичане атаковали наши самолеты. Американцы и англичане бомбили наши базы. Интересно, правда? Союзнички. Угу. В общем, ну, тут много чего интересного можно рассказать. Да. Ну ладно, как-то я распылился. Ты немножко, да, перенял и стал уже основным ведущим. Да, передаю тебе микрофон. Да, ну я хотел сказать, что ты, в принципе, описал мои представления по поводу Второй мировой войны, что это было продолжением Первой мировой войны. И когда-то я тоже пришел к убеждению, тоже или нет, но пришел к убеждению, что Гитлер – это ставленник темных сил для, именно для, во-первых, дискредитации всей национальной идеи, для дискредитации святых символов, священных символов, да, бывшей вот этой сильной ведической цивилизации, для травматизации двух главных народов. Я считаю, что все-таки представители, два рукава арийского или готских, скифских, как это назвать, арийских народов, два рукава, я считаю, все-таки германский и Русь, это вышли из одного корня. И вот чтобы их же руками братоубийственную эту войну произвести, как сейчас можно наблюдать, допустим, в Украине, да, просто напел людям сказки про то, какие они другие и какие они замечательные, и уже можно посылать друг друга убивать. И этим уже давным-давно пользуются способом, и вот это самая грандиозная была Вторая мировая война. И просто я хотел сказать, что будучи, представив себя в ситуации Гитлера, ну, невозможно себе делать действительно, или невозможно надеяться на то, что ты справишься с одной вот этой вот маленькой Германией. Если ее на карте посмотреть, то можно ужаснуться, как эта маленькая Германия должна была справиться с Америкой, с Англией, со всей этой экономической мощью, плюс практически бесконечные человеческие ресурсы всех вместе России или Советского Союза, Америки. И как здравым рассудком можно было на такое надеяться, да? И поэтому можно сделать вывод, что все-таки воспользовались вот этой национальной идеей, заведомо зная, что выиграть невозможно такую войну. Ну и десятки миллионов братьев положили, дискредитировали все, что было святое до тех пор, то, что могло послужить возрождению белой расы, они успешно справились со своей задачей. Такая многоходовка, как обычно у этих интеллигентных товарищей, произошла. Все получилось. Да. И что обидно, наши соотечественники, как здесь в Германии, так и в России, смотрят друг на друга, продолжают волком и готовы при
подходящем случае опять друг другу в горло вцепиться. Да? Вот это вот печально. И хотел добавить тоже, когда ты описывал англосаксов, что они здесь грабили, что Советский Союз увез. Тут можно дискутировать, больше или меньше, но принцип остается одинаковый. И те победители, и те победители, кому что нужно было, те то и увезли. Но хотел что я отметить, к англичанам и к американцам у немецкого народа нуль претензий. И вот меня слышно? Да, тебя слышно. Продолжай, хорошая мысль. Нуль претензий, а почему? Нуль претензий, почему? Вот поэтому и можно судить, кто писал историю для Западной Германии, кто писал идеологию. Значит, американцы воспринимаются на ура, в засос, любовь, как у старых, так и у молодых. Сначала это была, конечно же, достаточно простая манипуляция через школы и газеты, а теперь пришли еще эти замечательные голливудские фильмы. И просто это бесконечное разнообразие всевозможных способов влияния на неустоявшуюся, ну и даже и устоявшуюся психику. И отчетливо заметно, даже я это по своим детям могу судить, по любому школьнику, а мои дети в этом хороший пример, потому что мы-то здесь в семье к русскому с почтением относимся, но подверженные вот этому влиянию СМИ и школы, и всего настроя в обществе, у них отторжение русского, у них неприязнь к русскому, и любовь, почтение к всему английскому, к всему американскому. И это распространяется, в принципе, на все общество здесь, в Германии. Да? И можно судить, опять же, в чьих руках. И само ли по себе это так получилось, или все-таки да, кто-то стоит за этой политикой инженерии. Да, и мы подошли к третьему пункту. Это как раз передача процесса образования, воспитания потомства в руки государства властвующих сил. И вот здесь мне вспоминается, знаешь, такой жучок Ламихуза. Да. Кто не знает, напомню, что ламихузы, они живут в муравейнике, но при этом особенно муравьями не являются. То есть что-то у них есть схожее, там цвет, может, такой рыжеватенький, но они плоские, они муравьями не являются. И они откладывают свои личинки прямо в муравейнике, и их личинки начинают пожирать муравьев, особенно личинок муравьев. Понятно, что если так долго будет продолжаться, то муравейник, он просто будет уничтожен. Казалось бы, ну возьмите вы, придушите эту ламихузу, чтобы она не откладывала свои личинки, да и передушите те личинки, которые же вылупляются, да и все проблемы. Но очень интересно, ламихуза выделяет такой сиропчик, который муравьям очень нравится, и они от него начинают кайфовать. Это то же самое, как сравнить, если человек употребляет алкоголь. И вот когда они напьются этого сиропчика, то они перестают различать, где наши, где ваши, они этих ламихузиков маленьких, пузятеньких не трогают, и даже если те будут пожирать их сородичей, они будут на них смотреть с умилением и говорить, ну какие молодцы, ну как все здорово, ну они же нам дают такую пользу. В конечном итоге такой муравейник все равно распадается, потому что муравьи начинают терять свои функциональные особенности, функции не выполняются, и, естественно, матка уже не откладывает яйца, потому что никто не кормит, она вымирает, а без матки уже там совсем дела плохи идут. Вот примерно такая же ламихузина заползла в наши ведические ряды в свое время, и вот таким образом нас потихонечку довела до безумия, вот на мой взгляд. А один из способов, вот как раз третий, это то, что мы дали возможность передать бразды управления и воспитания потомства в руки государства и властвующих сил. Но опять же, даже мы не то что дали, а создаются такие условия, голод, катастрофы, войны, когда по-другому и не справишься. Всем надо бросаться на восстановление народного хозяйства, а в это время дети бегают беспризорные, и тогда ты рад, что за ними там государство присматривает. А у многих детей и просто родителей не было. Так было в России после вот этих всех событий революционных, а потом и военных. Это ж миллионы детей, выросшие полностью на государственном обеспечении и манипуляции, да, полностью на идеологии государственной. Это и в Германии,
миллионы, опять же, людей без отцовщина, и там тоже мать, которая должна тянуть нескольких детей, рада, что государство перенимает. И так постепенно, тихим храпом, или как это называется? Тихой сапой, постепенно человек свыкается, и для него это становится совершенно естественным, а потом уже и государство выставляет требования. И, например, в Германии запрещено даже самообучение. Ты просто обязан отдавать детей в школу, иначе будут денежные штрафы. Если денежные штрафы не помогают, значит, тюремные заключения, ну, не то что заключение, это называется в целях вынуждения. Это не то, что тебя наказывают тюрьмой, а вынуждают, да, заключением на какой-то срок недолгий, чтобы ты... Или просто придут и заберут действительно детей. В общем, в Германии это уже... сделано до абсурда, доведено. Мало таких стран на Земле, я думаю, существует, кроме Германии, где ты просто не имеешь возможности самостоятельно обучать ребенка. Он обязан идти в государственные или признанные государством школы. Да, Россия в этом отношении лучше. Многие не знают, что в России есть несколько видов обучения, форм обучения. Это одна, та, которая всем привычна, когда человек ходит в школе. Потом есть нешкольное и есть еще домашнее образование. Вот о домашнем у нас были две передачи, и там очень много интересного раскрывается и, как оказывается, полезного. Потому что мало того, что ребенок находится под присмотром родителей, программа намного быстрее дается, потому что родитель, он общается только со своими детьми и всегда усмотрит те тонкие места, где еще до конца что-то не раскрыто. Плюс ко всему, родитель сам дополнительно обучается, вспоминает пройденный материал или заново его для себя открывает. Это тоже большой плюс. Дальше родители и дети начинают говорить на одном языке. Все-таки это сближает, да, когда постоянно вместе. После этого график обучения более свободный, не надо там вставать очень рано и куда-то там тащить ребенка, потом не надо за ним бежать, бросив все дела, все находится здесь. И плюс ко всему еще государство по нашим законам в России должно доплачивать за домашнее образование, потому что родитель снимает за государство это бремя. Вот это вот еще в России осталось. Но многие... опять же, накурившись всей этой дряни, глупости, они почему-то предпочитают не сами своих детей воспитывать, образовывать и учить, не сами совершенствоваться, не продолжать с ними в контакте находиться, а отдавать своего ребенка куда-то, думая, что там им лучше дадут образование, их лучше научат чему-то и так далее. Вот, на мой взгляд, это глупость неимоверная, которая, ну, вот... вот как раз вот третий пункт об этом говорит. Есть такая форма, все, мы должны так делать. А остальные формы не рассматриваются. Такой сектантский подход. Ну ладно, переходим к четвертому. Оголтелая ложь СМИ. Создание ментальной матрицы, информационное отравление обывателя и, как следствие, летаргия масс населения и его неспособность противостоять натиску захватчика. Вот давай этот момент разберем. Да мне кажется, все это предложение уже и сказано. Можно просто... в принципе, чего разбирать? Зачитали и дальше, да? Ну, в общем, да, если внимательно посмотреть, кому принадлежат средства массовой информации по всему миру, то вы тоже будете удивлены. Не так много фамилий, которым средства массовой информации принадлежат. И эти фамилии, скажем так, не славянских, не арийских разливов. Ну, в общем-то, этим, наверное, все сказано. Оголтелая ложь. Так что... я что хотел отметить. Уже не одна передача, в том числе на вашем ресурсе, были, где именно эта тема разбиралась, стоит ли повторяться. Можно отослать людей немножко, несколько передач назад. Под понятием информационное отравление не так давно, мне кажется, была передача. И там достаточно подробно это все описывалось. Мы можем в трех словах это еще рассказать, но есть ли смысл? Ну, мне кажется, здесь многим тем, кто слушает, так понятно, что тот, кто владеет умами детей, тот владеет будущим. Да, вот карта мне и пошла, да, как только ребенок попал ко мне в мою власть, так сказать, да, когда как раз его внимание, он обязан дарить мне часы своего внимания, вот с утра он пришел, я будучи родителем в первые годы, вот школьные годы своих детей, я завидовал, можно сказать, учителям, потому что мне было непредставимо на несколько часов перед собой иметь ребенка, который вот внимательно бы меня слушал. Я бы, думаю, я бы столько мог ему рассказать.
А учителя имеют эту возможность, или государство в лице учителей взяло, создало себе эту возможность, где ребенок обязан, и он это тоже акцептирует, потому что все общество же на это нацелено, и для него это естественно и не необходимо. И вот я хотел сказать, что будучи родителем, я просто завидовал, да, потому что у меня такой ситуации не было, где бы дети мне могли часами внимать, и я бы мог пользоваться их вниманием, потому что они уже из школы в том числе приходят подуставшие, и там уже не до внимания, не до обучения. И вот это, конечно, гениальный ход, его, как всегда, под благообразным соусом продают, под социально звучными лозунгами населению, и все довольны. А на самом деле это чуть ли не главный момент, когда мы теряем своих детей через вот это образование. И если чуть-чуть не уследил, я вижу последний шанс, это хотя бы вот как маленькие прививки делать постоянно за завтраком, за ужином, за обедом, в какие-то моменты, когда удается побыть вместе с детьми, прививки, показывать несоответствие, может быть, того, что говорится через СМИ, того, что происходит на самом деле, несоответствие того, что в школе преподает, и то, что в жизни происходит, или мне известно, нам, родителям известно. Мне кажется, хотя бы вот таким старанием, как родитель, немножко можно все-таки сберечь окончательную потерю или вот эту манипуляцию детей, если регулярно поддерживать какой-то уровень антибактериального или антивирусного вот этого серум, сыворотки. Вот я это называю как прививки делать своим детям, заранее предупреждая, что им расскажут учителя. Вот в этом вижу я выход. Может быть, кому-то поможет тоже такой способ, пусть попробует. Угу. Ну, ты правильно сказал, что вот в твоем случае, когда вообще запрещено даже какое-то домашнее образование, то другого варианта нет, как или постоянно брать какие-то справки, что ребенок очень часто болеет, да, как-то так, чтобы он дома почаще находился, или делать эти вот сыворотки правды вводить, чтобы ребенок понимал, о чем пойдет речь. Тогда, как это в известном демотиваторе. Марья Ивановна, а вам как рассказывать, по учебнику или как было на самом деле, да? Да. И у нас большинство людей, вот я говорю, почему-то, ну, я знаю почему, просто как-то странно, что не улавливают, что домашнее образование, пока оно есть, это великое благо, которое еще кто-то не успел у нас отобрать, пока еще кто-то до этого не добрался. И не понимают, сколько плюсов здесь. Mm-hmm. Кстати, как-то вот был такой в Америке дядька Рон Руссо, насколько я помню. Он тогда в несколько передач сделал откровение, как он был знаком с Николасом Рокфеллером. И вот в этих передачах он рассказывал о том, что Николас ему рассказывал о том, что произойдет 11 сентября, как эта башня там, что-то mm-hmm. случится, как потом будет вторжение в эти, там, в Афганистан, в Иран, в Ирак, там во все страны, как там против Венесуэлы будет действовать. Ну, что рассказывать. И когда, значит, спросил его Руссо, а зачем вам это надо? У вас и так все же есть. У вас и так все есть. Куда вам еще? Mm-hmm. И вот он сказал, что... А, он задал вопрос встречный. И говорит, ну а кто эмансипацию придумал? Говорит, да. Ну как, женщины сами говорят, не-не-не, это мы придумали. Говорит, а для чего? Ну, говорит, смотри, раньше мы могли налогами облагать только одну часть населения, мужчин. А теперь мы внушили этим идиоткам, что они равноправные. И теперь они пытаются мужчин доказать, что они равноправные, и теперь мы налогами облагаем всех, и мужчин, и женщин. Но это, говорит, полбеды. Это только часть нашего видимого успеха. Дети теперь нам предоставлены. А дети предоставлены нам, они смотрят телевизор, который принадлежит нам, и они ходят в школы, детские сады, ясли, которые тоже принадлежат нам, и учатся в институтах, которые тоже принадлежат нам. И что мы захотим с этими детьми сделать, то мы и сделаем. Скажем завтра, чтобы они своих родителей перерезали, они перережут. Скажешь, чтобы они отвернулись, они отвернутся. Вот что скажем, то и сделают. Родители, говорят, ничего не поняли, что произошло. Мало того, что они теперь нам налоги платят, так еще и они нам детей своих отдали. Вот, в принципе, все, что нужно было нам. Теперь у нас есть все. Это вот такое откровение было. Да. Видел я это видео, и да. Интересно, и девки пляшут. Выберись из этой ситуации. Хотел я как раз прокомментировать твои слова. Вот попробуй выберись, да, если уж и дети уже в их руках действительно находятся. Ну, а ситуация какая? Вот как ты правильно говоришь, упреждать. Ложь
кривду, необходимо упреждать. А упреждать может только человек. Тот, кто является человеком, не просто человекообразным, а человеком, у которого есть понимание этого мира, у которого есть осознание этого мира, который может что-то предпринять и который думает о будущем, а не просто сидит в каком-то представлении, что он виноват и что вокруг все правы, а он не прав. Поэтому это дано немногим, но вот мы сейчас, наверное, поговорим, а насколько сейчас вот это самосознание это начинает просыпаться, раз мы там про молодых уже стали говорить, что молодым проще осознавать эту глупость и грязь и кривду, которую вокруг них развели. Вот сейчас мы тоже касаемся галтелой лжи и смерти. Четвертый пункт – создание ментальной матрицы, информационное отравление обывателей, как следствие, литаргия масс населения и его неспособность противостоять натиску захватчика. Но мы сказали, что средства массовой информации не принадлежат как таковым государствам, они принадлежат тем, кто якобы под ликом государства скрывается, кто это дело все раскручивает и кто оплачивает. Да? Кто, естественно, платит, тот девушку и танцует. Вот, здесь все, в общем-то, наверное, понятно, но, опять же, ты можешь это прокомментировать. В принципе, мы проговорили многое из того, что здесь написано, уже оговаривая выше находящиеся подпункты. Да. Но, мы в общем-то это проговорили, да, что если сейчас опять это распространяться на эту тему, будем повторяться. Угу. Хорошо, так, пятый пункт – уничтожение исторического духовного наследия народа жертвы, генетическое перемешивание с чуждыми элементами, расами, с целью создания предпосылок для аннигиляции конкретного народа как суверена, носителя абсолютных прав и так далее. Вот тут, наверное, Европа... Это конспект того, что мы сказали, вот это вот предложение. Да, то есть вот тут можно немножечко дополнить, что сейчас творится в Европе. Да? Вот Германия как один из проявлений. То есть сейчас якобы беженцы, а вот насколько якобы они беженцы? Вот давай этого коснемся. Да, что вот там видно в Германии? Да, в Германии видно больше всего из этого, потому что она, как видно, как вернее, очевидно, является целью всего этого нашествия, чтобы сломить последние ростки возможного сопротивления, да, потому что пока раса еще существует, цельная, рано или поздно могут возникнуть какие-то разумные ростки, которые пробудят опять, как когда-то показал Гитлер, да, достаточно было нескольких месяцев или лет просвещения, и какие разбудились силы в народе, да, что они понатворили, да, сила какая. И, конечно, тем же англосаксам, ну, мы условно говорим, да, про такое понятие, англосаксам им известна эта перспектива, и чтобы ее на корню зарубить, решили вот последний шаг предпринять, чтобы уже и этнически размешать эту струю расы и сделать уже просто какой-то смешанный, непонятно, котел, который атомизирован уже не только политически, идеологически, но действительно уже и культурно, когда каждый сосед из какой-то другой культуры происходит, это уже заведомо не сплочаемое общество. И вот это, конечно, идеал для будущего управления мирового, как оно там планируется, очевидно, да, или там заметно, что это является целью, просто какая-то серая масса населения, которая подчиняется как внутренним каким-то потребностям, достаточно примитивным, так и внешнему давлению, которым легко управлять, которого можно использовать именно в виде баранов, которых стригут и режут по необходимости. Вот подготовка полным ходом происходит у нас на глазах очень быстро. Да. Я до того, пару лет назад, думал, что еще есть там десятилетия, два десятилетия для этого процесса, пока оно доберется до той опасной черты. А они, видишь, как решили, год-два, и уже очень сильно все изменилось, и уже факты были созданы такие, что от них и непонятно, как теперь в обратную сторону двигаться. Значит, на примере Германии что можно сказать? Вот этот приток беженцев. Само по себе понятие беженца, оно существует в этих международных декларациях и в юридическом
смысле беженец является человек, перешедший границу из вот, страны воюющей в страну безопасности. Значит, для сирийцев, например, это Турция. Все, вот он в Турции беженец, как только он покидает территорию Турции, он уже не беженец, он уже искатель лучшей доли, но он не беженец в этих в международном понимании, юридическом понимании. Да? Но не стесняясь заведомой неправды, здесь используют именно все время и людям на слезу давят, и вот используют это выражение беженцы, несчастные беженцы. Ну а немцы и рады свои комплексы повторить своим комплексом, какое-то выражение русское, помоги мне, если мысль есть. Но понятно, что я хотел сказать, да? Я думаю, что понятно, да. Что именно то, где давит твой комплекс, хочется что-то сделать. И хотя это полностью ведет к самоуничтожению их самих, как экономического, так и культурного, так и этнического, они закрывают, ну, большая масса населения закрывает на это глаза, отталкивает от себя вот эту очевидную реальность и возится в этой грязи, как свинья в грязи возится вот в этих своих представлениях, какие мы замечательные, мы помогаем вот несчастным беженцам. Часто заметно по этим людям, что они даже, ну, беженцам, так в кавычках, якобы беженцам, по ним видно, как они относятся. Они это воспринимают как слабость, как какую-то полоумность немцев, да, потому что это неестественное состояние, неестественное поведение для народа, который так легко разбазаривается как своей территорией, так и своими ресурсами, так и своими удобствами, ну, все, что есть, просто разбазаривается. И дело в том, что я работаю даже вот последние полгода в структурах соцобеспечения, и я на первом фронте, так сказать, нахожусь этого приобщения этих беженцев к немецкому обществу. Ну, приобщение, оно заключается в том, что у налогоплательщика изымаются неимоверные средства и просто распыляются, разбазариваются вот на совершенно чуждых людей, которые ни культуры, ни языка, никакого интереса, ничего не имеют к немцам, которые абсолютно приехали за лучшей долей, и все это очень печально наблюдать. Вот отсюда мое выражение «якобы беженцы». Хорошо, а вот эти якобы беженцы, насколько они на самом деле выглядят беженцы? То есть такие прям всего лишенные, очень слабые, изнеможденные, или как-то там по-другому это все видится? Да, да, конечно, это по-другому все видится. Как правило, молодые, здоровые, сильные мужчины из Африки, Северной Африки, ну и из многих регионов Африки, из Афганистана, Пакистана, Сирии, Ирака, откуда их только нет. Все это, конечно, бросается в глаза, потому что они внешне сильно отличаются. По поведению можно себе тоже представить, как они отличаются. Многие из них не умеют читать не то что латинский шрифт, даже свой они не в состоянии. Вот можно себе представить, как же интегрировать. Тут вот все общество носится, все политики со словом интеграция, интеграция. Как ты хочешь, во-первых, как ты хочешь интегрировать эти миллионы неграмотных людей, выросших в совершенно других условиях, в совершенно другой культуре, а во-вторых, откуда вы себе придумали эту обязанность? Вот именно, как вы собираетесь весь мир облагодетельствовать и весь мир интегрировать? Ни у одного народа нет такой обязанности всех несчастных мира интегрировать. И это же не просто интеграция, это же лишение ресурсов, лишение или заставление своих людей потесниться, заставлять их больше работать, меньше от этого иметь. Это постоянно неудобство наружу, потому что у них свои претензии, у них свои культурные какие-то привычки и те же претензии к немцам. Уже начинаются же маразмы такого характера, что церкви не должны звонить, потому что это там смущает мусульманских, например, жителей, или там кресты снимают в школах, потому что это смущает нехристиан, свиное мясо запрещают,
или убирают из своих рационов все эти школьные столовые, детские столовые. Ну, не везде, но это то там слышится это регулярно. Да? И вот все это вместе взятое, конечно, удивляет, как людей это не раздражает, как людей это не возмущает. Ну, ты не поверишь, что самые рьяные борцы с теми, кто вот выходит действительно на улицу и говорит, допустим, существует вот это вот стороны ислама, вот эти вот для нас неприемлемые стороны ислама, вот такие-то задачи у ислама, да, допустим, там у них где-то записано в Коране, что в принципе мир должен быть исламский, да, и по за дело ислама жить и погибнуть — это большая честь. Ну, а здешние просто отвергают реальность и говорят, нет, этого всего не может быть. И вот всем хочется быть хорошим. Есть такое понятие немецкое «Gutmensch», это трудно перевести. Хороший человек, да, или добрый человек, не знаю, как это сказать. Но вот это такая психологическая болезнь, судя по всему, потому что люди отвергают реальность и свои комплексы, изживая, вот опять это слово не могу найти. Ну, понятно. Вот были сюжеты такие, что когда в Кёльне, насколько я помню, там в новогодние праздники побесчинствовали эти товарищи, приезжие, так сказать, несчастные беженцы, и сил набрались, и там пошли, значит, всех девок щипать, там мужиков бить, кого там встречали, ну, много чего там устроили. И в конечном итоге вот эта вся волна покатилась по Германии, и там стали насиловать всех подряд, кого там встречали, кто движется, кто-то там на манекены кидался, это можно было посмотреть. Ну, и в конечном итоге изнасиловали девчонку, которая относилась, так сказать, к выходцам из Советского Союза, из России. И вот облетело прямо YouTube, и даже на телевидении были такие короткие сюжеты о том, что крепкие мужчины, говорящие по-русски в Германии, собрались, приехали на машинах к одному общежитию, где вот эти вот несчастные беженцы, бедолаги скрывались, просто туда с битами вошли, навели там порядок, по всем этажам прошлись, и как бы это общежитие на какое-то время успокоилось, то есть там особо бесчинств больше от него не следовало. Вот такие истории, это что? Это какой-то случай, случайность, или все-таки к этому что-то идет? Не, ну так и есть, и причина как раз-таки скрывается в отсутствии той индоктринации, которой подвержен немец с детского садика. Да? Ему отбивают всякое национальное самосознание, и в том числе мужское самосознание, и все вот этого такого типа. А приехавшие из Советского Союза люди, они не были подвержены такой индоктринации, поэтому они реагируют, как все нормальные люди реагируют, да, потому что в любой другой стране не западного вот этого стиля, а все бы так реагировали, как, типа наших бьют, да, и это естественно и правильно, что так реагируют. В общем, могу подтвердить, так оно и есть, русскоязычные намного легче в этом плане организовываются и сопротивление дают, но те же местные немцы их тут же обзывают тоже правыми, И утверждают, что это все Путина проказни, да, что это и спецслужбы российские устраивают. Вот такой абсурд. Это я столкнулся в нашем районе тоже, в одном городке недалеко. Тут человек 200 русскоязычных демонстраций устраивали. И местные немцы... есть небольшой слой пробудившихся, они прям восхищены и пытаются навести контакт с русскоязычными. Не прошло и 25 лет, да, как они начали искать этого контакта, потому что для них вот то, что им отбили с детства, с национальное самосознание, для них что русский, немец, что турок, одно и то же. Раз с акцентом говоришь, раз приехал откуда-то, значит, ты... Ну, такой же, как и турок, или кто там, араб, и все остальные. Нету понимания, что такое национальная или этническая принадлежность, культурная принадлежность. Ну, вот теперь это как раз показывает, да, что они... Ну, и многие немцы не понимают, говорят, как так? Вы сами, типа, приезжие и такие же, а выступаете против них, да? Все-то им непонятно, многим немцам такое. Ну да, для них нет такого понятия кровное родство, да, раса там, для них это отбитые вообще понятия. Если раса, то это нацист,
Да. Вот, это да, это есть такое. И многие путают, что у нас же сейчас идет какая активная такая тенденция смешать вместе слово «нацизм» и слово «расизм» и слово «национализм». Да? Вот если, например, при царском режиме национализм это воспринималось как здоровое движение, как здоровое понятие, неотъемлемое вообще от нации, национализм – это когда есть определенное достоинство нации, и лучшие умы как раз являются националистами, которые защищают свою нацию, но при этом чужим нациям не угрожают, они все делают за счет своей нации. И даже были такие выражения: если национализм пропадает в этом обществе, то это общество становится навозом для того, чтобы на нем процветали другие нации. Такие вот выражения типа этого есть. Суворов гордился тем, что он является националистом, там, царь и один, и второй, и третий, там, Александр и Николай тоже об этом высказывали по поводу того, что они националисты и так далее. Да многие вообще и политики в тех времен свободно об этом говорили. То есть национализм – это все-таки не нацизм. А нацизм – это когда уже идет уничижение других наций для того, чтобы твоя нация процветала. То есть это оскорбление, унижение, подчинение, уничтожение. Это и есть нацизм. И когда начинают вместе смешивать и нацистов называют националистами, у многих вот это вот разделение, оно как-то расходится. И многие думают, что это одно и то же. Ну, злонамеренно так и насадили, да, именно такое понимание, что... Да-да-да, все... И вот как раз, когда мы к Германии возвращаемся, вот тут это проявлено еще намного круче замес. То есть все, что касается национального самосознания, какой-то гордости, это до такой степени убрано, до такой степени похерено. И не понимают, как же так? Почему? Что такое происходит? Типа такие же турки, там, да, которые к нам приехали, только из России, там, из Советского Союза. А почему вы против них? Они даже не понимают, что есть такое понятие, как род, братская кровь там, и так далее. Вот это страшно. Но ты говоришь, все-таки надежда есть. И вот мы сейчас переходим уже к самому главному пункту. Если это была только разминка, мы теперь переходим ко второй главе нашей беседы, где сказано: главное в запланированной передаче – это определить выход из сложившейся ситуации. Вот теперь, наверное, будем искать этот самый выход и при помощи наших радиослушателей, наших друзей, наверное, определимся, есть у нас вообще возможность как-то подняться и вылезти из этой выгребной ямы, зловонно воняющей, или все-таки нам тут и каюк всем? Да, надежда – это последнее, что нам остается, потому что без нее совсем... тоскливо будет. Надежда с моей или на основе того анализа, который мне пришлось за последние годы сделать, или удалось, или просто делал, путей немного, но тот путь, который, по моему мнению, может привести к процветанию в будущем, он лежит в распознании именно вот этого, этой идентичности. Слышно меня? Да, тебя слышно. Да, слышно. Идентичности, что люди, ну, тоже сложно призывать, конечно, всех людей, направим свои слова к думающим, к интеллектуальной элите, коим может быть любой крестьянин, если он думает более абстрактными или пространными категориями, чем просто набить живот и откинуться, выпить и так далее. Да? Я не имею в виду под интеллектуалом какого-то человека с высшим образованием. Элита, думающие люди, если они воспримут и каждый в своем кругу что-то для этого сделает, то хотя бы мы сделаем то, что от нас боги требуют и ожидают, что каждый делает то, что должно. Да, вот как это знаменитое выражение: делай, что должно, и будь, что будет. И, а должно в наше время это самому понимать истоки, откуда взялась белая раса, откуда взялись мы. Было ли правильно, что в течение последних столетий, тысячелетий мы позволяли себя разъединять, мы поддавались соблазну считать себя лучше других, готовы были отнимать у других свободу, отнимать у других какие-то экономические
пряники и возвращаться к пониманию, да, для чего человек вообще на Земле оказался. И тут русскоязычный интернет дает такое широкое поле для понимания, для осознания, что он и вселяет в меня надежду, да, вот русскоязычный интернет, и я вижу, что происходят переводы на французский язык, на немецкий язык, именно вот этих появившихся на территории России сейчас, или из русского народа, из этого течения, ведического течения, пробуждающихся ведических сил, вот этой чистых истоков наших предков. И мне дает это силу и радость, понимание, что мы не разные какие-то существа, а что мы, несмотря на длительную раздельную историю, на разошедшиеся за последние тысячелетия языки, все-таки мы происходим из одного корня. И вот желательно самим это все лучше понимать и в своем окружении это понимание распространять, чтобы убрать главное оружие у наших недругов, разъединение наше. Вот что касается первого подпункта, этого бы я хотел. Да, ты интересно все это сказал. Теперь вопрос, а как нам все-таки как-то вот пробудиться и начинать единиться, вот как-то единый шанс на выживание, да, старшей ситуации. Да. Ведь ты сам рассказываешь, что если общаешься с чистокровными немцами, у которых уже зашито это на уровне, может быть, даже генетики, с молоком матери они всосали то, что они во всем виноваты, то, что они сейчас должны платить большую контрибуцию куда-то там в южную страну, в какую-то на Ближнем Востоке. Вот, и вот там мерзавцы, короче, да, и вот как их пробудить, что не все так однозначно, как им пытаются сказать. Ну да, было дело, да, поддались, тогда поддались на одно, сейчас поддались на другое. Как вот этого от легковерия-то уйти и наконец-то осознать себя, не переходя в нацизм, да, в очередной раз, потому что как-то болтает то в одну сторону, то в другую, как маятник, там, да, проносится очень быстро и зависает то в нацизме, то в полном обескультуривании, забытии своих корней, и то опять потом дребыхнет там где-нибудь, и опять нацизм все полезут, да, бей, там тех-то спасай, ну, тут Россию кричали, а там Германию будут спасать, да. Ну, вот причем, как... я думаю, это тоже злонамеренно подталкиваются такие стремления, когда чувствуется, что маятник уже зашел в одну сторону, пора в другую возвращаться, его опять же подталкивают именно вот эту в нацистскую сторону. В России это тоже прослеживается, да, что здоровое самовосприятие русского пытаются тоже в фашистскую сторону задвинуть и помочь. Ну, больше, да, больше даже не фашистскую, фашизм – это некоторое объединение, некоторая структура. А вот к нацистскую, да, более конкретно давай говорить, нацистско-фашистскую, да, чтобы понять, что имеется в виду. Потому что даже, вот опять же, во всех передачах, когда мы поднимаем какие-то исторические моменты, там, например, в то же самое Второй мировой войне писали, не просто, например, с нацистской Германией, а с немецко-фашистскими войсками. То есть не просто с немецкими воевали, да, здесь, а с немецко-фашистскими. Это говорит о том, что фашизм – это некая объединяющая была система, которая объединяла всех, и в том числе вот нацистская Германия, именно нацистская. Поэтому у нас нельзя односложно кричать вот это или это. Здесь надо четко давать определение, потому что, я говорю, наши недруги, они разбалтывают, размывают грани, и получается сводят все в одно, и хорошее, и плохое, и среднее, все в одну кучу набросали, такой, получается, некий винегрет, которым всех почуют. А на самом деле там очень много терминов, которые между собой иногда даже не то, что не бьются, они отделяются вообще друг от друга. Так что надо очень четко говорить фашистско-нацистскую. Вот это вот направление, на мой взгляд, более точно будет выражаться, выражать суть вещей. Согласен с тобой, но фашизм – это конкретное определение определенного политического строя, обозначающего единение как финансовых структур, так политических, так и
СМИ и образование, в общем, фашина, оно же то и значит, да, объединение. Да, объединение, да. А вот уже, если там нацистская основа идет, вот это тогда уже фашисто-нацистская, да. Вот тут надо понять. Сейчас в ФРГ, например, уже фашизм самый настоящий, потому что у нас все в едином экстазе объединены, как банки, так политики, так и школы, так и телевидение и все остальные. У нас натуральный фашизм. Он просто не нацистский, но он натуральный фашизм, потому что сейчас произошло единение полное вот этих управляющих структур с целью баранов окучивать. Да? И теперь надо просто подперчить, чтобы он стал уже нацистским фашистом, и все опять станет на круги своя. Европа опять полыхнет. Вполне можно делать предположение, что то, что сейчас происходит, вот это искусственное нагонение сюда чуждого народа, оно задумано для того, чтобы опять шатнуть маятник в другую сторону и опять создать кровавую баню, чтобы очередной раз души в ненависти, многие души погибли, взяли на себя эту тяжелую карму и в очередной раз задержали вот это продвижение по пути развития, да, душ. Такое у меня впечатление, что темные силы этим задались, этой целью. Так они все время сдавались. Смотри, ведь если мы вспомним геббельскую пропаганду, да, времен Третьего Рейха, так называемого, там как раз же народ, поверив в это, возомнив себя высшей расой, как говорилось, да, в общем-то, быстро подняли и экономику, то есть появилось какое-то, ну, видение светлого будущего. Да, воодушевление. Ведь после Версальского мира, что там с Германией-то происходило, да? Там вообще это, ну, даже... примерно то же самое происходило, как сейчас. То есть... Да, вкалывали, но при этом как-то и жить все ухудшалось и ухудшалось. А тут пришел такой спаситель, товарищ Гитлер, появился Геббельс, появились его окружения, и вроде бы раз так и запахло вот этим будущим светлым. Ну и там потом идеологию просто правильную подложили, и все. И народ воспрял, теперь мы такие боги там, чуть ли кого-то там кое-что за что не поймали, и теперь мы можем делать, что хотим. Вот, и получается, что сейчас, если немцы, французы наедятся вот этого всего в очередной раз, когда уже их там начинают просто резать и насиловать, где кого поймают, и вот появится такая пропагандистская какая-то очередная колонна, очень яркая, с факелами пройдутся, еще телевидение поддержит их, интернет запестрит, то быстренько нацистскую идеологию туда можно будет подложить, и вот тебе новая объединенная Европа, новый Рейх. А против кого воевать? Да? Ну, этих вырежут быстренько, кого-то депортируют, кто-то сам сбежит, беженец превратится опять в беженца. Вот. А дальше эта же машина будет развернута. В какую сторону ее направлять? Что, на Англию? Да вряд ли. Англия сейчас вышла из Евросоюза, на стороночке сидит, там бамбук покуривает, им хорошо. Америка далековато, с Японией вроде тоже, с Китаем тоже не подерешься, тут между ними, между Китаем и Японией какая-то другая прослойка есть. Ближний Восток, что там суваться, там и так все уже разбито, разграблено. Кто тут остается, чье лицо вылезает из-за бугра, да? Да, ну, по моему мнению... Все эти лица, они актеры одного театра, просто их изображают часто недругами, непримиримыми врагами, но на самом деле враг у каждой этой управляющей структуры – собственный народ. Это я как наблюдаю в России, так и во Франции, так и в Германии, так и в Америке, что на самом деле цель окончательно – это народ загнать в такие рамки, чтобы сидели и не рыпались. Каждому чип под кожу, и вот замечательный мир, новый мировой порядок. Вот очень у меня сильное впечатление, что такой план. Да, но иногда еще устраивают такие очистки в виде войнушек, каких-то революций, там, потрясений. Чтобы жизнь на линии не казалась. Да, народ так поубрали, ну и хорошо, поменьше стало. Так, ясно. Ведущая роль русского народа как как единственной еще более или менее крупной общности арийских племен, сохранившей связь с духовным наследием наших предков, проотцов, богопредков. Вот давайте теперь этот пункт разберем. Что ты имеешь в виду под ведущей ролью русского народа? Да, я немножко еще вернусь к первому пункту, потому что ты меня спросил о рецепте, но потом в разговоре... Да, прошу прощения. Давай, рецепт выдавай. Да, и больше не возникло. Ну, я хотел сказать, что рецепта, естественно, не существует такого однозначного. Нету рецепта и нету стопроцентной надежды. Есть надежда на чудо, на то, что боги все-таки с нами, что мы должны делать свою работу, которая нам предназначена теми же богопредками,
И в случае, если у нас будет определенное количество, достаточное количество, они вмешаются на нашей стороне. Да? Вот такая существует надежда. Рецепта нет, а делай, что должно. Это значит, ты делай свою передачу, твои соведущие пусть делают то, что делают, ну и мы по мелочи, простые слушатели, в своем кругу знакомых, в кругу своих семей, по мере сил тоже делать свою работу. Проснулся сам, разбуди другого соседа. Да, как это. Вот это мой рецепт, так сказать. Ну а ведущая роль русского народа, тоже мне кажется настолько очевидно, но это мне кажется понятно или очевидно, потому что я-то со стороны смотрю, да, а вам-то изнутри это может так и не ясно, или может показаться самонадеянно. Ты раскрывай, потому что многие русские также начинают, русские люди по духу, коренные народы, они также как-то между собой начинают расходиться, и на это тоже надо обратить внимание. Многие не верят в то, что что-то там происходит, и нас это может коснуться. Это первое. Вторые продолжают верить, что кто-то придет, какой-то спаситель, и всех нас отсюда вытащит, и так далее, и тому подобное. Так что ты вот из-за рубежа, скажем так, изложи свою точку зрения, потому что это кому-то, может быть, как душ отрезвляющий будет. Угу. Значит, с позиции зарубежного наблюдателя могу сказать, что здесь я не почувствовал и не увидел сил, способных развернуть вот этот поезд или машину, идущую в определенном направлении. А вот в России все-таки она еще чувствуется, эта возможность. Но, может быть, я опять же со стороны заблуждаюсь, но все-таки то, что видно из интернета по миру и по России, такой сильной струи вот этого разумного, вот этого божественного и правды. Правда, да, вот как это сказать, ведание, что оно, естественно, может быть, и у южных американцев есть какие-то элементы ведания, и даже достаточно глубокие, но их силы никто никогда толком не чувствовал. Если к этим шаманам прийти, может быть, что-то и познаешь. А вот единение, и то, что на наших глазах последние годы произошло, что появились славянские эти общины, ведическая струя или такой поток, он же увеличивается на глазах, да, или то, что я отсюда вижу, у меня впечатление, что оно увеличивается, тем более, если сравнить с тем, что было в 90-е годы, там, в начале 2000-х, что все-таки эти книги все существуют уже на русском языке, от Стрехлебова, от Левашова, от Паттердия и кое-какие другие, и вот в таком количестве, в такой интенсивности я не наблюдаю в других, ну, в Германии, можно сказать, более компетентно за Германию могу только говорить, да, что такого здесь нет, а других таких многочисленных и мононародов и не наблюдается-то больше в мире, да, кто способен был бы объединиться на фундаменте своего происхождения, своего кровного родства. Это дано пока что еще русскому народу, как такому многочисленному. По поводу многочисленного, германцы тоже еще многочисленные, но они, во-первых, разъединены на разные страны, хотя русских тоже можно сказать, да, теперь Украина и Белоруссия. Но я думаю, те народы ближе к себе еще чувствуют друг друга, чем уже давно живущие раздельно швейцарцы и австрияки. И голландцы, которые когда-то были германцами. В общем, тоже многочисленный рукав немцев, но он намного, или германцев, но он намного дольше был подвержен вот этому тлетворному влиянию темных сил. У русских людей или русского народа было немножко меньше период подверженности вот этому подспудному, тонкому влиянию. Было грубое насилие, было грубое влияние, но осталась поэтому еще эта духовная связь с друг с другом, с предками. Оно прослеживается вот в этих совместных празднованиях, которые вы проводите, в том, как друг к другу тянетесь. Это делает надежду
или, вернее, единственная надежда, которая остается. Я и с местными тоже людьми здесь, немцами говорил, которые проснувшиеся. Они тоже только все смотрят на Россию. Некоторые или многие из них связывают свои надежды с Путиным, потому что он здесь представляется тоже как рыцарь на белом коне, который против якобы Запада выступает. Ну, он-то говорит часто, да, правильные слова. Просто мне приходится часто их останавливать в воодушевлении и говорить, что на самом деле это не так все розово в России происходит. Вот. Вот, в принципе, то, что было мне по этому поводу сказать. Да, да. Ну что ж, давай сейчас мы послушаем небольшую по продолжительности песню красивую, и после этого перейдем к ответам на вопросы, которые в чате Народно-славянского радио появились. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народно-славянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей 21 июля 2016 года, четверг, по одному из старинных, 20-й день месяца получения даров природы, 7524-го лета, четверик. Мы продолжаем передачу, посвященную теме «Пути к возрождению ведического мира». Главный соведущий Гарри Гельмутович Цигенгагель. Итак, после музыкальной паузы мы можем переходить к вопросам, которые поступили в чате Народно-славянского радио. Напоминаю, что как раз чат создан для того, чтобы иметь связь обратную с радиослушателями, поэтому если вы еще не зарегистрированы, то рекомендую вам зарегистрироваться. Это делается один раз на всю жизнь, но пока, может быть, там новый чат не появится, более совершенный, не знаю. Но, во всех случаях, пока придумайте логин-пароль, указываете e-mail, куда будут приходить технические сообщения, и после этого можете пользоваться чатом, общаться с друзьями, задавать вопросы в живом эфире. И вот один из таких вопросов мы сейчас и зачитаем. Вопрос поступил от Васильича. Гарри, расскажи, пожалуйста, о своем видении политической ситуации в Германии, какое место в этом занимает Сара Вагенкнехт. И какой Вагенкнехт, так написано. Сара Вагенкнехт, да, есть. Да, вот. И какой, на твой взгляд, она политик? Благодарю за ответ. Она политик от левой партии, которая осталась от ГДРовских времен. Вот то, что было в Советском Союзе, коммунистическая партия, у них была СЕД. И вот она превратилась с переходом, с присоединением к Западной Германии, она превратилась в Die Linke. И вот она представляет в Бундестаге эту партию. Она достаточно популярна, потому что выдвигает разумные какие-то заявления. Возможно, ее манипуляция, индоктринация не такая сильная, потому что ее папа иранец, мама немка, и это откладывает свой отпечаток, или накладывает свой отпечаток, потому что если папа не немец, а иранец, он уж даст какое-то самосознание, что человек себя не стесняется, да, как это у многих немцев происходит. Поэтому она более разумно на мир смотрит и более-менее разумные вещи говорит. А что еще хотел бы он про нее узнать, даже не представляю себе. Ну вот она представляет левую партию Германии. Угу. Вопрос эфира от Игоря. 18. В Германии в отдельных местах идет потихоньку восстановление славяно-арийского мира. Расскажите, пожалуйста, подробнее, как это происходит. Фейсбук-группы организуются, потом люди встречаются, где-то кострища жгут. Знаю я пару людей, которые этим тесно занимаются. Ну, они от меня далеко географически находятся, но я когда-то пересекался и знаю, что да. Они начинали тоже с Анастасии, а дальше пошли уже славяно-арийские веды. Вот. Группировки не многочисленные, но там и здесь
все больше, можно сказать, появляется. Угу. Следующий вопрос в эфир от Виктора Леонидовича. Я искал в византийских летописях упоминания о летоисчислении, соответственно, которому сейчас 7524 лета. Не нашел, спрашивал других, никто не видел, спрашиваю всех, может, вам встречалось? Ну, достаточно непонятный вопрос, или? Понятно. Дальше, Елена 777. Вопрос в эфир. Слышала, что в Германии остались поселения, где остались русские по нации издревле. У них там свои школы и так далее. Что вы про это знаете? Как они там выживают? Да, там вопрос о выживании не стоит, потому что это малочисленные остатки бывших славянских племен каких-то, да, сорбы, наиболее известные, они называются сорбами, и даже во времена гитлеровской Германии никто их не притеснял, из них они совершенно нормально жили. У них действительно язык похож на русский, ну, к славянским группам относится или к славянской группе. Особенно бросается в глаза. Я сам с ними не сталкивался, но проезжал через некоторые населенные пункты. А вообще в Германии очень много населенных пунктов, которые звучат по-русски или там по-славянски. И иногда они видоизмененные, а иногда вообще так и звучат, как бы звучали где-нибудь на Украине или в России. Допустим, очень известное под Берлином есть такое место Махно. Они, немцы не читают последнюю «В» и произносят это как «Махно», а написано на знаках, на вот этих дорожных знаках «Махнов». Ну, и там полно таких населенных пунктов. И в некоторых из них действительно живут компактно вот сорбы. И еще пару, но они совсем малочисленные эти племена или народности. И это больше уже как вот лубочное такое поддерживание многонациональности. Ну, речь о выживании точно не стоит. Это от них самих зависит. И если они это поддерживают между собой, то никто им не мешает. А наоборот, тут все поощряется. Все не немецкое поощряется, в принципе. Угу, то есть такого противодействия нет, да? Нет, нет. И русскими их тоже никто не считает, славяне, да, вот сорбы у них такое устоявшееся название, но как русские их никто не воспринимает, потому что все русское обнесено таким негативным налетом через последние, ну, всегда тут старались в Германии и на Западе, все русское пытаются всегда в негативном свете представить. Допустим, если злодеев в голливудских фильмах озвучивают, то у них обязательно русский акцент должен быть. Восточные русские. Ну да, да. И, кстати, существует такое расхожее мнение о том, что Гитлер же любил доказывать превосходство высшей расы, там, принадлежность к высшей расе и так далее. И вот всякие там были раскопки, в том числе на территории Германии. И существует такое мнение о том, что когда он пытался... что там, докажите, что здесь был в свое время Второй Рейх, то, что были наши арийские древние племена, именно вот не славянские, а именно арийские, что там разделяло славянские, это вот отсталые, а арийские это более высокие. И все археологи, которые там копали, говорят, ну здесь вообще-то все славянское, вот, и обратно все это закапывали. Mm-hmm. Это вот такая существует, ну, упоминание, скажем так. И поэтому на территории именно Германии ничего вот такого, что именно... Гитлер и его окружение называло арийским в том смысле. Вот ничего такого не было найдено, были какая-то такая славянская основа. И тоже очень часто упоминания в названии рек, в названии городов и так далее, они очень четко указывают на то, что вот оттуда все идет. Именно вот наши общие корни всплывают, а не что-то какие-то вдруг арийцы там непонятно какие-то, да, вот, которые с точки зрения Гитлера прибежали тут и все это сделали. И, кстати, вот кто-то из моих знакомых ездил по Германии, и он задал вопрос, а что вот это слово означает, если название города там, или название реки у чистокровных немцев? Они говорят, ну, не знаем, так просто вот название и название. Он говорит, ну, по-русски это вот четко вот название, вот такое-то, вот такое-то. Они говорят, так удивлялись, да?
говорит, да. Ну, то же самое, например, там, Берлин, да, почему у вас изображен на гербе, там, медведь, к примеру, да, говорит, ну, так вот изображен. Ну, а то, что это берлога, то, что это вот по-русски есть там берлога, бурый, да, как-то вот к медведю относится, говорит, они так удивлялись, такие, да, правда. И говорит, а вы посмотрите, в других городах, где упоминается, где слово бер или бур присутствует, там везде изображен как раз вот медведь. Они так стали изучать, и, говорит, такой шок у них был, говорит, мы-то думали, что с русским здесь ничего не связано, оказывается, здесь что Россия, что Германия одно и то же, по сути. Просто мы об этом ничего не помним, ничего не знаем. Ну, оно действительно поражает воображение, когда едешь ну, в восточных районах Германии, там чуть ли не каждый второй населенный пункт имеет такое звучание. Или искаженное, но узнаваемое, или чисто по-славянски звучащее. Допустим, в прошлом году на Рюгене был, остров Рюген, наверное, все слышали, там Аркона находится. Угу. Она, наверное, известна, да? Ну и да, вот конечно. Тоже я почитывал брошюрку, ну, туристическая брошюрка, и никто там этого и не стесняется. Допустим, соседний населенный пункт назывался Бреген. Ну, для меня, ну, вроде по-немецки Бреген, Бреген. А там написано, что происходит от слова берег, да, брег. Мы-то знаем, что побережье, брег, это нормально, по-русски звучащее слово. Ну да, расположен на берегу Бреген. Угу. Да, и вот и там они тоже не скрывают, это прям в туристическом... в этом буклете написано, вот это вот название такого славянского слова, это название такого. Так что это не такое, ну, не для каждого шок. Кто интересуется, он это знает. Да, но при этом диверсия-то сработала, и казалось бы, ну, у вас русские, скажем так, арийские корни, да, которые общие наши, но вы при этом Россию, та, которая с вами родственница, вы ее поносите, а на англосаксов, которые эту диверсию бросили, молитесь. Вот это поразительно, конечно. Это действительно поразительно. Я сталкивался не раз. Я жил в Восточной Германии полгода, и там очень много людей, даже со славянскими фамилиями. Да? И вот удивительно, что он по фамилии абсолютно может быть, да, славянин, ну, ему в голову это не приходит. Ну, вернее, этого избежать нельзя, потому что по звучанию понятно. Но все равно в голове жестко сидит любовь ко всему англосаксонскому и неприятие русского, или какое-то презрительное отношение. Ну, у восточников, кстати, восточных немцев, от того, что у них русское преподавание было, да, намного теснее с Россией или там, с Советским Союзом связь была. У них, с одной стороны, неприязнь больше, основанная на вот этом давлении, военном давлении, что они как в подчиненном состоянии находили. Но, с другой стороны, намного приемлют они больше. Они знают Пушкина, для них это все знакомые понятия, и русский для них не настолько чужд, как вот для западного немца. Для западных немцев это вообще в кровь внушено с детства или вложено в мозг, что враг, русский – это всегда враг. Угу. У нас, когда вот мой знакомый вернулся из Германии, он так сказал, вот у нас есть такая поговорка Ивана, не помнящий родства, говорит, а мне-то, когда вот я разговаривал с людьми, которые живут в населениях, созданных когда-то славяно-ариями, да, русичами там, или выходцами из России, или ну, просто венедами, то, что раньше называлось Венея, говорит, это, говорит, Ганса, не помнящий своего родства. Просто да. Он такое употребил слово, я так воодушевлен, говорю, ох ты придумал. Говорит, а как по-другому? Говорит, ну просто идиоты, которые свою родню предают, и считают, что так оно и надо. Говорит, ну как, вот с ним начинаешь разговаривать, он вроде на какое-то время глаза у него открываются, а потом опять эта пропаганда врубается, он опять закрывает и опять продолжает то же самое говорить. Удивительный. Ну ладно. Это сила матрицы, то, что она все вездесущие, да, и даже если ты на какой-то момент расслабишься и проникнешься пониманием, если не будешь за этим следить, то через какое-то время матрица тебя опять достанет через манипуляцию все вездесущую, да, опять просто на уровне ощущений возникает вот это отторжение чего-то. Кстати, а ты вот кому-то сказал, что будет передача своих знакомых, друзей, немцев? Или так побоялся, остерегся? Нет, тут речь вообще не в боязни. Во-первых, они же по-русски не понимают, какой им смысл это слушать. И из тех немногочисленных знакомых, с которыми хоть какие-то отношения поддерживаю. Ну, у меня их так много нету, должен признаться. Отношений не
нет у меня с немцами. Ну и как у них тоже большого круга такого нет, друзей прям во все посвящающих. Так, коллеги и некоторые знакомые. Наверное, хорошо, что некоторые русского не понимают, да? Ты так послушай, тебя скажут, оказывается, мы с таким вот рядом жили-то, а? Нет, с теми, с кем я тесно общаюсь, я это не скрываю, они бы это только все поддержали. Нет, зачем мне общаться с другими? Ну, в смысле, коллег я бы в это не посвящал бы коллег, а с теми, с кем я на личном уровне общаюсь, они тоже таких взглядов. Угу. Понятно, хорошо. Следующий вопрос в эфир от Васильевича. Гарри, как, по твоему мнению, повлиял интернационал в разрушении славянского мира в период Второй мировой войны? А ты можешь уточнить, ты знаешь, что он имеет в виду с интернационалом? Вообще интернационалов много было, я не знаю, какой он конкретно имеет в виду. Ну ладно, давай тогда, Васильевич, уточни, если есть возможность. Мы тогда постараемся, может быть, как-то ответить. Вопрос эфира от Михаила из Москвы. Конституцию Германии кто написал? Что обучение должно быть в специальных учреждениях из-за нарушения из-за нарушения кары небесной? Ага, Конституция. Ну, видите, человек, вернее, многие заблуждаются, что в Германии есть Конституция. Официально даже используют часто это выражение, но на самом деле оно даже называется не Конституция, а основной закон. И Конституция по определенным правилам должна приниматься. Это значит конституционное собрание, там его избирают сначала люди, сословия всевозможные, да, по каким-то там параметрам. В Германии этого ничего не происходило. В 1949 году победители, англосаксы, назначили группу людей, которую назвали конституционным собранием, и даже оно так не называлось, не, они Grundgesetz, это основной закон, прямой перевод. Нету такого слова конституция. Есть Verfassung, есть такое слово, которое обозначает конституция. И им пользуются в обиходе этим словом, но на самом законе нигде это не стоит, и процедура, по которой она принималась, не являлась конституционной, по каким правилам обычно Конституция принимается народом, да? Это же как основной закон народа, по которому население договаривается между собой, по каким правилам им жить. В Германии, как и должно было быть, после войны никто не собирался народ спрашивать, просто назначены были победителями товарищи, которые спущенную им Конституцию, так называемую, основной закон, он официально называется. Так что Конституции нет в Германии. Должен разочаровать. Да, и народ очень... не спрашивает ни по одному из артикулов или как это называется, параграфов. Пунктов. Пунктов, да, никто их не спрашивает. Здесь, наверное, надо еще отметить, что Германия – это вообще уникальная такая страна, которая государством как таковым не является. То есть есть некое такое ООО, да, где все подчинено вот этим вот принципу ООО. Так что это вообще отдельная такая история. Оно не является суверенным государством, до сих пор не подписаны мирные договоры, оно находится официально юридически в состоянии войны, как с Америкой, так и со всеми остальными странами. Даже недавно какая-то страна очередная, по-моему, присоединилась на стороне воюющих против, ну, какая-то африканская маленькая, чтобы, может быть, что-то скассироваться хотели. Чтобы как-то проявиться, да, на общем фоне. Ясно. Дальше. Елена 777, вопрос в эфир. Есть ли в Германии здоровые силы? Да, есть, даже я знаком с некоторыми представителями их, но они малочисленны. К сожалению, пока. Вопрос в эфир от Виктора Леонидовича. Видели ли вы и соведущие, и все, кто слушает, ролики, в которых доказывается, что Германия не государство, а частная бизнес-корпорация? Ну, вот только что мы уже ответили. Да-да, еще в середине 2000-х это все уже просмотрелось и забылось. Откинулось, как познанное. Да. Ну да, так посмотрели и забыли. Дальше. Вопрос эфира от Михаила из Москвы. Гарри Гельмутович, а есть ли в Германии такое же радио, которое бы рассматривало культуру, наследие мудрых наших предков? Какие славянские предки празднуют в Германии? Какие праздники празднуют в Германии? Благодарю. Ну, славянские, наверное, никакие не празднуют. Ну, я не в курсе.
свои-то тоже здесь были языческие, дохристианские здесь достаточно сильные традиции, Один и все такое, да, вот это празднуют. Идут в лес, ну, или там на полях, и в традиционной одежде, и вот то, что копа, тут это тинг называется. Есть небольшие течения, группы, которые этим тоже занимаются. Ну, на мой взгляд, вот ты как сейчас рассказываешь, что особо там это как так не проявлено, если проявлено, то в малом количестве. Вот в России, например, существует как? Есть день Купала, есть день Ивана Купала, есть день Бога Купала. Вот, казалось бы, везде Купала присутствует, но если так присмотреться, в чем-то они разнятся, эти праздники. Если, например, день Купала и Бог Купала, они очень похожи друг на друга, и там много элементов практически идентичных, то вот если касаться Ивана Купалы, то это несколько уже такой причесанный, христианскими проповедниками в свое время причёсанный такой праздник, который превратили именно не в празднование божественного что-то старого, а именно вот с точки зрения таких каких-то народных обрядов, прыгания через костер, там, купание в реке, пускание веночков, искание цветов, папоротников и так далее. То есть все намного упростилось. Точно так же, как и с масленицей, то же самое. Если брать масленицу древнюю нашу ведическую, то там это целая серия праздничных дней, которые приводили к определенному такому апофеозу в верхней точке, где, в общем-то, славили богов, то масленица, которая христианская, так называемая российская, русская масленица, она превратилась в, ну, просто поедание блинов, хождение в гости, веселье и, в конечном итоге, прощенное воскресенье, когда все друг друга просят прощения и целуются. Вот когда ты рассказываешь о праздниках, которые в Германии сохранились, вот мне почему-то такое ощущение складывается, что они больше похожи на христианскую масленицу и больше похожи на праздник Ивана Купалы, когда вроде бы одеваются традиционные наряды, вроде бы что-то от народного такого осталось, но при этом все так очень причесано, очень так неволнительно, ну, просто на эмоциях, на радости. Да, по этому поводу я должен сказать, что огромное различие между Европой или западноевропейскими странами и Россией, это заключается в территории. Если в России просто физически невозможно было так интенсивно с этим всем бороться, как здесь, здесь просто в течение пары дней ты можешь в любом конце Германии оказаться, ну, карательное войско, да, и здесь выжжено все это давным-давно было, и просто традиции это не осталось в народе ни в каком виде, и то, что сейчас празднуют, больше основывается на тех изысканиях, которые вот в 30-40-е годы были уже чуть ли не с помощью института восстановлены вот эти древнегерманские традиции, книги написаны, это как-то популяризовано было, и оно действительно больше похоже на, вот как ты говоришь, прилизанные, такие причесанные праздники, а они не содержат той, может быть, духовной глубины, которая сохранилась автоматически в каких-то далеких деревнях, каких-то чисто за счет территории, я говорю, в России много что смогло сохраниться, несмотря на там не очень даже приятные обстоятельства или условия выживания, но все-таки. А в Западной Германии все близко, в любом месте инквизиция творила, что хотела, и давно все это выжгли. Еще хочу сказать, что их настолько мало и немногочисленные, что я в каких-то фейсбуковских группах замечаю, через вот общих знакомых случайно вижу, что вот где-то чего-то, а лично никогда я еще толком и здесь, где я живу, в любом случае нет. Единственные люди, которые более или менее из этой области были, они находятся под Берлином, там, в Восточной Германии, вот там я с ними несколько раз сталкивался, знаю, что есть. А вот как точно, что у них происходит, я не могу сказать. Ты когда произнес слово «инквизиция», это приобщая к западному, европейскому или к венедовскому направлению, к Вене, то в этом случае надо отметить, что в России инквизиция тоже, в общем-то, хорошенько так прошлась. И много кого здесь и сжигали, и четвертовали как раз из-за убеждений, из-за того, что отношение было к старой вере, не к старообрядчеству, когда, в принципе, старообрядцам тоже досталось хорошенько здесь, а именно к старой вере, дохристианской, то надо вспомнить, что целые войска были, дружины приходили, разбирались и уничтожали, и вырубали, и сжигали, и много-много чего делали. И эти приговоры, они собраны
существует даже целая книга, где подборка этих приговоров инквизиционных о том, что надо делать, как кого сжечь, как кого там еще что с ним сделать. Так что инквизиция – это не только западноевропейская, это существовало и на территории России. Так что это такая общая, скажем так, направленность тех времен, когда надо было огнем и мечом старое выжигать, а свое насаждать. Это мне известно, но все-таки какие-то росточки, они имели возможность сохраниться в той же Сибири, где-то на Сибири. Да, да, да. Вот тут я с тобой согласен, да, что все-таки Россия велика, и Россия не огромна, и поэтому было куда уйти и укрыться. И известно, что в некоторых сибирских городах так называемые христианские храмы стали появляться, ну, каких-то там 100, может быть, там 150 лет назад. Хотя говорят, что в России была христианизация давным-давно проведена, там уже тысячи лет христианства. На самом деле христианизация была в Киевском княжестве, то есть в Киевской области. А дальше оттуда стало расходиться и, в общем-то, интересными способами, где-то насилием, где-то обманом. Но это бог с ними, это отдельный разговор. Итак, да, с праздниками разобрались, и ясно. Дальше, вопрос в эфир от Виктора Леонидовича. Германцы, откуда такое название? От правителя Германориха или по-русски «Дойче» похоже на «Дойч» в Светогорске? Один немец отдыхал, так он говорил, что немцы тоже славяне, то есть мы одной крови. Наверное, сознание того, что мы одной крови, и начинается возрождение. Ну, он подхватил то, что или подтвердил, произнес то же, что мы уже с тобой тоже говорили, да, про осознание единых корней. С них и надо начинать возрождение. Ну, а что касается названия германцы и дойче, дойче это, конечно, тут ни при чем. Дойче это идет от корня тевтоны, да, просто это звучит по-немецки тойтоны, а по-русски произносится тевтоны. И опять же, еще глубже идет в ведические времена. По-немецки то, что по-русски называется веды, по-немецки это древние вот эти сказания, она эда называется. Может быть, слышал тоже понятие эда. И там вот атлантические времена описываются, и тойтонен, тойт, вот это вот с тех времен идет, что с дочерью, конечно, это не имеет ничего общего. Потом Германарих был такой известный правитель, да, но германен, это может происходить от Герман, а Герман это как человек-господин. Ну да, ман это человек, раз. Хер это уважаемый господин и так далее, да, Херман. Угу. Ну ясно, хорошо, ответили, я думаю, на вопрос. Следующий вопрос, эфир Геннадий из Твери. Как германский народ относится к нам, к русам? По-моему, это мы подробно уже прошли. Да, уже обсудили. Да по-разному. Кто понимает, что мы одной крови, те хорошо. Кто... Есть люди, да, которые только и смотрят и надеются на Путина или на русских, ну, в лице Путина. Им представляют здесь Путина как светоч, да. Ну, то, в общем, там, да, разделение такое. В принципе, как и в России, что с одной стороны Путин – это светоч, который себя спасет, с другой стороны Путин – это тот враг, который чуть ли не всех вас перегрызет там, причем... Причем просто зубами, да, вот так вот. В общем, да, разделение, опять же, если возвращаемся к нашему эфиру, вот это разделение четко проявлено. Разбить по классам, по политике, почему только угодно. То есть не смотрит здраво на то, кто такой человек, какие заслуги, а просто вот хороший, а тебе плохой. Вот играйте в эти игрушки. На тебе хорошего Ваньку, на тебе плохого Ваньку. Вот все, бейтесь между собой. Ну, подожди, я еще скажу. Вот именно давай. Германский народ относится к нам, к русам. Если бы его не трогали, относился бы как и все, ко всем остальным с уважением. Но от того, что с детства каждого немца пытаются манипулировать, да, что главный враг – это русский, ну, соответственно, на уровне вот этого подсознательного оно сидит во многих. Вот так вот ответить могу коротко. Угу. Дальше, Елена 777. Вопрос эфир. Как вы видите из-за границы путь развития России? Что еще надо сделать? Вот такой тебе вопрос непростой. Как Россию-то? Из колен поднять? Как поднять-то, да, воссоздать? В принципе, как и во всех странах. Чем меньше вмешательство государства в дела народа, тем лучше. Да? Но у России, я не думаю, что особый путь. Это общечеловеческий путь. Это путь разума, путь любви и путь его
возвращение к своим корням. Да. Это звучит высокопарно, но, к сожалению, оно только так и есть. А путь развития России – понимать, кто вы есть, вернее, я для своего народа точно так же желаю просто понимать, кто мы есть, и делать свою работу, быть теми, кто мы есть. Хорошо. Так, дальше Омич. В моем коллективе много немцев-католиков, и я им рассказываю про старую веру. Они постоянно переписывающиеся с родственниками в Германии. Они ничего об этом не знают. Кто вообще в Германии этим занимается? Ну, уже ответили неоднократно. Малочисленные группы. Просто так с ними не столкнешься. Нет, надо попасть в какие-то в эзотерические слои, и потом уже через них можно выйти. Такое подполье, германское подполье. Не видно, не слышно, потому что в Германии это все особенно чревато. Тут же понабегут всякие антифа, потому что это сразу же все нацизмом будут клеймиться, и как можно вообще, да, уже был у нас один типа Гитлер, который чтил корни, и увидите, что из этого получилось. Тут сложнее намного, чем в России, такими вещами заниматься. Ясно. Васильевич уточнил, что он имел в виду Третий интернационал, который существовал до 43-го года, коммунистический интернационал, то ли Коминтерн, 1919-1943 год. Вот что вот этот Коминтерн, как он повлиял на... Вот, ну, помнишь вопрос, да, если зачитать? Да, тут моих познаний недостаточно, чтобы что-то ответить. Разумительное нет, я не могу. Хорошо, так, дальше смотрим. Омич пишет. Я служил в Галле. Вопрос в эфир. В каких городах есть общины или люди, которым близка старая вера? Опять же, повторяемся. Уже только что ответили. Думаю, не будем тратить. Они разбросаны. Это не то, что по городам. Эти люди разбросаны по Германии. Они через интернет друг друга находят и встречаются. Дальше. Вопрос эфира от Игоря 18. Немецкий писатель Вирт написал книгу о Гипербореи. Есть ли исследования об этом материке в Германии? Известны ли они? Ну, вот 30-40-е много какие были исследования. Там вот не зря отправлялись исследовательские группы и в Непал, и в Гималайи, в Антарктиду, и куда только не отправлялись. Эта тема была очень даже оккультные темы, и Атлантида, Гиперборея, все это было интересно. Оно, естественно, тоже не афишировалось, но интенсивно занимались этими делами власть имущие. Ну и в том числе, допустим, ядерную, эти все открытия на поприще ядерной энергетики или там бомбы, на поприще летающих тарелок, они же с помощью каких-то оккультных технологий в том числе были произведены на свет. Ну, вы все вопросы из чата выбрали, которые были заданы. Некоторые вопросы, они как реплики, я посчитал, поэтому не стал зачитывать, как вопрос там касался летоисчисления, но об этом надо просто отдельную передачу делать. Итак, вопросов больше я не вижу, именно вопросов, поэтому мы с тобой можем подводить итог сегодняшней нашей встречи, что-то, может быть, рекомендовать, что-то, может быть, желать и так далее. Это уже на твое усмотрение. С моей стороны, я тоже уже готов подходить к заключению. Обычно ты предлагаешь сказать что-нибудь светлое, доброе. Вот я жду. Вечное и так далее. Да, ну, пожалуйста, говори, говори. Да, ну, мы уже столько раз тоже, или, вернее, я уже тоже несколько раз в течение передачи говорил, что в чем наша работа. В данном, и повторяться с предыдущими тоже, с ведущими не хотелось бы. Я поэтому скажу, что рад, что существует такое радио, как «Славмир», ну, ваш ресурс, в общем, да, ваш ресурс, что люди есть, которые его слушают. И именно наличие таких людей, и наличие тех людей, которые своей энергией все это поддерживают, оно вселяет надежду, не дает совсем отчаяться и закрыться в своей скорлупе, а все-таки шевелиться и на что-то надеяться. Поэтому спасибо, что вы есть, как слушатели, так и радио. И давайте
делать нашу работу, это значит будни выстаивать, праздники друг с другом праздновать, ну и по мере возможности сеять семена сомнения в своих согражданах, сеять семена знаний, семена надежды, и в этом я вижу свой вклад. Есть, конечно, люди, которые могут что-то больше посоветовать или сделать, но вот на уровне почти обывателя, думаю, это уже немало, если каждый немножко что-то сделает вокруг себя. Хорошо, благодарю тебя. В общем-то, все верно было сказано. Здесь всегда я уточняю, что если вы хотите изменить мир, начните меняться сами. И мир начнет меняться вместе с вами. Это примерно из той же самой серии, когда приходит какой-то больной и начинает других больных пытаться лечить. Mm-hmm. Вот. Если человек здоровый сам, если он сам здоровый, то с него начнут брать пример. Вот живет, например, человек, которому 120 лет, а он там и 100-метровочку пробежит, и в лесок сходит, наберет там, чего ему нужно, и в поле потрудится, и косу в руке возьмет, и топорик, и все у него ладится, все. И потом все зубы на месте, все волосы на месте, не болеет, все хорошо. Вот к такому приходит, говорят: слушай, старче, научи нас так жить, как ты в таком возрасте и чувствуешь себя как молодой. Вот тогда, да, понятно. То есть человек, видно, что он здоровый. Ему не надо никому доказывать, как надо жить. К нему будут все приходить и говорить: научи нас жить. Вот поэтому, если вы хотите измениться, вернее, изменить мир, начните меняться сами в лучшую сторону. Вы просто-напросто покажите своим примером, как надо жить. Если вы говорите о какой-то своей древности, но вы хотя бы изучите свою древность досконально. А то многие начинают говорить о древности, но при этом толком-то ничего не знают. Так, где-то чего-то услышали, так, где-то чего-то нахватались и так далее. То же самое, когда говорит кто-то о божественном. Начинают в беседе говорить: вот мы там наследники богов, мы непосредственно с богами общаемся, а в конце беседы говорят: а как нам быть и что же делать, ведь тут же вот подписали договор какие-то силы, мы, значит, этот договор должны следовать. Кто-то там из правителей или каких-то там шестерок что-то подписал или какую-то свою там поставили, не пойми что, а мы вынуждены делать. Я говорю: стоп, если вы наследники богов, тогда о каких шестерках вы можете говорить, о каких-то там провокаторах, негодяях вы можете говорить в этом случае, а какие договоры между ними подписанные могут на вас влиять, да, если так рассуждать логически. То есть вот выйдите из этого морока, сами начните разбираться вообще, кто вы на этой земле для начала, а потом уже начинайте говорить о том, что более высокое и так далее. Иначе какая-то такая нескладушка получается. А если нескладушка у вас в голове, то эта нескладушка будет проявляться и в этом мире. Еще надо понять, что постоянно можно на кого-то там показывать пальцем, что вот он плохой, вот он вас там обманывает, вот он вас там убивать желает, вот он вас грабит и так далее. Но ведь надо понимать, а чем вы хуже, чем он? Почему он может делать какую-то гадость и вас обворовывать, а вы не можете противостоять этой гадости, чтобы вас обворовывали? Почему вы все время плачетесь? Почему вы все время сопли хотите, чтобы вам кто-то приходил и вытирал? Почему вы все время хотите, чтобы пришел какой-то спаситель в лице какого-то видного там руководителя, деятеля политического, вдруг пришел и вас спас? Ну почему вы сами не убираете свои улицы? Почему вы сами плюете на землю? Почему вы сами произносите бранные слова не к месту, матерные слова не к месту? Почему вы себя доводите до такого состояния скотского? Ну кто вам дает право так распоряжаться своим телом, своей жизнью, своей землей? Вы поймите, сильный никогда не плачет. Сильный делает то дело, которое он должен делать. А понять это дело может только тогда, когда человек поймет, кто он на этой земле. Вот и все. То есть, опять же, возвращаемся к корням к своим. Разберитесь в своих корнях. Поймите, когда что было извращено, когда что было переделано. И начинайте жить так, как надо. По совести, в ладу с природой. Вот это вот самое главное. Если вы это не поймете, то тогда все, дальше не будет ничего хорошего. И опять же, и вот почему наш эфир был разбит на две части. В первой части были показаны принципы, по которым и прием, по которым разрушают нас. Это не из-за того, чтобы жаловаться, это просто, чтобы в очередной раз показать, чему не надо следовать. Ведь если враг через что-то пытается вас уничтожить, самый простой способ противодействия – это делать наоборот.
То есть, когда вы поняли, что телевизионная мафия вас уничтожает, что какие-то новоявленные политики вас разводят по сторонам, что кто-то говорит, что друже, ваш сосед – это ваш враг, то, значит, надо наоборот делать. Разобрались и делайте наоборот, и все будет хорошо. Вот поэтому наш эфир был на две части разделен. Сначала мы показали всю эту подноготную, а потом рассказали, что вот есть основные принципы, благодаря которым мы можем воссоединиться, стать теми великими. Великими не с точки зрения уничтожения кого-либо, а великими с точки зрения большими самостоятельными людьми. Вот это имеется в виду. И еще что я хочу отметить в заключение уж совсем. На ни в коем случае нельзя свалиться именно в нацизм. Потому что сейчас очень много людей, которые, опять же, подхватывают идеологию нацизма и забывают, что из этого получается. Ведь когда производится идеология нацизма на свет, то это получается, вы вынуждены порабощать другие народы. Вы сами превращаетесь в тех паразитов, против которых пытаетесь сражаться. Вы сами становитесь теми негодяями, против которых, в общем-то, и восставали. И все революции на этом замешаны, и все войны на этом замешаны, и так далее. Но только за этими лозунгами стоят те, кто это финансирует. Настоящие нацисты за этим стоят, настоящие нацифашисты за этим стоят, которые залезли куда-то, набрали себе денег, и теперь как проституток, и как покупают кого-то, и как баранов направляют на бойню. Вот это необходимо понять. То есть становитесь просто настоящими людьми, настоящими человеками, достойны своих великомудрых предков. Вот такая у нас получается интересная беседа. Ну что ж, я предлагаю нашим радиослушателям взять на вооружение все, что было сказано, понимать, что однозначных мнений никогда не надо брать на вооружение, что вот это черное, это хорошее, надо всегда мыслить своей головой. И мне остается только напомнить, что сегодня у нас по одному из современных календарей 21 июля 2016 года, четверг, по одному из старинных 20-й день месяца получения даров природы 7524 года, четверик. Мы говорили про пути к возрождению ведического мира. Главный соведущий Гарри Гельмутович Цигенгагель, за что ему низкий поклон. И, в общем-то, я с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого-самого доброго. С вами было Народное славянское радио. Алексей Орлов. До новых встреч. Услышимся. Всем доброго. Народное славянское радио. Все нужно. Все важно.